следуй за мной в глубину леса, за тенью деревьев есть тайное место, где нету людей, нету машин. Там свежий ветер со снежных вершин. Ты держи мою руку и не отпускай. Крутая тропа в тот нетронутый край. Холодный, как ненайденный кердыкай. Ну и пускай, не отпускай. Я так высоко, я вижу свой дом. Наши тени пляшут перед костром. Как и все, однажды мы сгорим в нем. Наша жизнь покажется одним днем. Помню тех немногих, кого так сильно любил. За них бы я умер и за них бы я убил. Я прыгаю в бумер, лучше не стой на пути. Как бы не хотел, мне с него уже не сойти. Следуй за мной в глубину леса, за тенью деревьев есть тайное место, где нету людей, нету машин. Там свежий ветер со снежных вершин. Мое сердце бьется в такт, ему давно тесно в груди. Я не могу взаперти, прости, но мне пора идти. Я хочу узнать, что меня ждет там впереди. Мне пора идти, мне пора идти. Следуй за мной. Следуй за мной. Следуй за мной в глубину леса, за тенью деревьев есть тайное место, где нету людей, нету машин. Там свежий ветер со снежных вершин. Ты держи мою руку и не отпускай. Крутая тропа в тот нетронутый край. Холодный, как ненайденный кердыкай. Ну и пускай, не отпускай. Следуй за мной в глубину леса, за тенью деревьев есть тайное место, где нету людей, нету машин. Там свежий ветер со снежных вершин. Ты держи мою руку и не отпускай. Крутая тропа в тот нетронутый край. Холодный, как ненайденный кердыкай. Ну и пускай, не отпускай. А, здорово, парни, я просто затупил, нахуй. Все. А, сука, все, готов, нахуй. И что мне делать, нахуй? Здорово, парни, всем привет. Что-то я сегодня не подготовленный немного. Ну ладно, нормально, на импровизация. Здесь неудобно нихуя. Ох, блядь. Ты должен чат читать. Не могу, блядь. Нихуя не слышу, кстати. Ты кто такой, нахуй? Узнаете скоро, кто я такой. Жан-Клод Д. Терминатор. Здорово, левша. Где Маня? Маня готовится. Ну где она, нахуй? Thank you.
Покажи бицу. Уже все показано, уже все рассказано. Чья хата? Это Читаса. Меня в курс дела не ввели вообще. Сказали, кто-то приедет. Ну, сейчас я, блядь, расскажу ей пару ласковых. Ах, сука. Опа. Мусора. А как выключить, блядь? Он не выключается. А, все. Гасим свет, нахуй. Поехали. Ва! Ва! Музычку надо-то нарубить, мне кажется. Ой! Да не моя это, не моя. Что я сделаю-то, ёбаный в рот? Опа! Опа! Да-да. Восьмой этаж. Все, приехала подруга. Ну что ты? Рассказывай, как живешь, чем дышишь. Может быть, куни? Я сейчас опять кринжа навалю нахуй и все, и с позором офну. Поэтому вот такая вот это. Я здесь не живу на самом деле. Поняла. Но за неимением стресса. Что тебе, чем помочь? Я, наверное, носочек. Давай, наливай. Как добралась без происшествий? Все в целом нормально. Таксисту какую оценку ставить? Пятерочку? Да. Сейчас ему вибу. Отзыв. Музыку он включал? Надевай. Устала? Устала, конечно. Что делала? Все классно. Вообще шикарно. Я сам заебался. Я тоже классно. Я работал тоже. Класс. Вот, на такой прекрасный диван. Ставь. Окей. Давай заново знакомиться. Ну, аккуратнее, а то сейчас что-нибудь это треснет, и мне придется квартиру в два раза дешевле продавать. Что расскажешь? А что тебе интересно? Чем занимаешься? Раз. Все заново. Давай. Учусь, работаю. Где учишься? Литех заканчиваю. Кого? Литех. А, на техническое специальность? Нет, конечно. Нет? Международный менеджмент. А ты? Я уже закончил. Я переводчик. С китайского и английских языков. Да, вот. По
потом работаю переводчиком, ну просто заказики беру, и все. Вот, фриланс считаю. Вот. А так, всем чем понемногу, посмотри, у меня и компьютер, и пианино, и все есть. И на велосипеде, кстати, ебашу, пока у меня ноги просто, видишь, накачаны. Вот, я всегда на велосипеде, кстати. Вот. Хорошо. Ну так вот. Че еще? А так просто решил в Давинчике посидеть, пообщаться, люблю общаться с людьми. Хорошо. Да. А работаешь где? В маркетинге в Гроуфуде. Ты очень тихо говоришь, я не понимаю. В маркетинге в Гроуфуде. Что такое Гроуфуд? Доставка питания. Детям или просто? В целом, людям. А, то есть это такая штука, которую, если ты не хочешь готовить, ты, например, берешь... Да, да. Заказываешь там за 9900 какой-нибудь обед. Я, кстати, видел одну рекламу вот эту вот, ну, что-то по доставке еды. Вот, и там мне не сильно понравилось. Я один раз заказал себе 3 порции. Они были уебищные, маленькие были, я вообще не наелся. Да, да. Ну, может, это не Grow Food был. Там, скорее всего, был прием. Прием чего? Называется эта компания прием. А-а-а. Не, я такой, я не шарю. Ну, ладно, не страшно. Не шарю. Вот. А так... Пятница сегодня. Угу. Я сегодня хочу отдохнуть, что-нибудь выпить. Угу. Да, может, в магазин сходим. Но для начала, мне нужно, короче, блядь, я не подгадал со встречей. Угу. Мне нужно буквально показать квартиру жильцам. Угу. Почему я сказал, что я продаю. Угу. Вот. Нужно встретить. Ну, придут, не придут, я хуй знаю. Они мне позвонили сегодня утром, сказали, типа, мы придем смотреть. Угу. Вот. Я говорю, ну хорошо, приходите. И так ответа от них не было. Докажут. Вот. Поэтому, ну ничего, и, блядь, они не купят, как так другие купят. Тоже верно. Ну вот, поэтому она... Так, блядь... а чем ты занимаешься? Квартиры продаешь? Нет, это бабушкина квартира, это царствие бабушки. Небесное. Господи помилуй, царствие небесное. Вот. Недавно просто. Поняла, полезно. На этом диване, кстати. Ну, я так и подумала. Ну ничего, я и химчистку сделаю и так далее, так что вообще не переживай, все нормально. Хорошо. Отпылесосили хорошо. Хорошо. Вот. А сколько тебе лет, напомню? 22. 22. А тебе? 25. Угу. Вот. А как тебя зовут еще раз? Влад. Влад, приятно познакомиться. Ладошки плотные у тебя. Волнуешься? Чуть-чуть. Почему? Ну, не знаю. А что волноваться? Я это... Пугаю тебя? Нет. Нет? Не, я добрый, я вообще... Я вижу. Джентльмен. Поэтому не переживай. Не переживай, вообще ни за что не переживай. Музыку слушаешь? Слушаю. У меня здесь колоночки, а колоночки себе прикупил. Но это я привез со своей квартиры. Просто правда так получилось, что пришлось позвать тебя сюда, потому что я ее настоятельно хочу продать. Потому что, блядь, она мне... Ну зачем? Мне нужны деньги. Вот. Поэтому как бы я хочу продать ее. Поняла. Вот. Что обычно делаешь? Чем любишь заниматься? Да я в целом работаю. Только работаешь? Много работаю, да. Работа заебала всех. Да? Меня в том числе, да. Нет? Я не успею. Я перегораю максимально. Я уже не могу. Я хочу просто уехать отсюда и все. И чтобы не заниматься этой работой. Где ты работаешь, я так не понимаю? Фриланс. Ага. То есть, ну, когда есть работа, я работаю. Но она, блядь, постоянно мне заказы шлют. Договора всякие, блядь. Перевести с китайского то, перевести с английского то и прочее, прочее. Ты сидишь за компьютером, у тебя спина, геморрой лезет, блядь, ты сидишь. Да, есть такое. Вот. Поэтому вот такие дела. Хорошо. Что хорошо? Что есть работа. Ну, а ее может не быть. Сейчас какой-нибудь там этот создаст айтишник эту, переводчик какого-нибудь на базе этого, как они называются, забыл. Нейросети. Вот, и все, и пиздец, и кому я нужен, и что я буду делать? Пойду проституцией заниматься. Это уже верно. Вот. Что тебе там подруги пишут, не украли тебя, все с тобой хорошо? Нет, по работе пишут. А-а-а. Даже, ты даже сейчас работаешь, да? Ну, это моя, вот, да, ахиллесовая пяточка. Угу. Все со мной ругаются за это. Да? Угу. Ну, я считаю, что... Если работа приносит удовольствие, это самое-самое главное. Да. Вот. Денюшки. И денюжки. Денюшки. Тоже верно. А мне принесла денюжки бабушка. Царство небесное. Господи, помилуй, Господи, спасибо. Вот, она просто верующая была. Угу. Поэтому я отдаю дань уважения ей. Это она там же сейчас. Бабуль! Все с тобой нормально. И с этой хаты все будет нормально, не переживай. Угу.
У меня все хорошо. Это главное. Работаю. А я не с тобой, если. Я поняла. Я так. Ты в старый знаком хочешь? Бабуль, познакомься, кстати. Поздоровайся. Не туда, это не смысл. Бабуль, на диване там была. Тебя нет у тебя. Опа. Тихо. Туда. А что? Здравствуйте, что вы даже не позвонили? Писали смс. Вы мне не звонили. Сейчас дня. Мы же днем договаривались. Мы с Москвы ехали. У нас кастинг. Только быстро. Я вас посмотрите и все, потому что я не один. По документам все нормально? Все нормально. Ты собственник, да? Не я собственник, но меня переписала женщина. Пожелать. Что делать? Ну да, ну да. Миленько, миленько. А чья квартира вообще, собственно? Бабушкина. А что, отвечаю, не духом гоняю, где свет включить, посмотреть? Ну да, ну да. Ребят, это ваша девушка, да? Красивая такая она. Так, ничего не понятно, все грязно. Слушай, у нас там такая клоповая помещение. Клоповая. Очень милая квартира такая. Ты посмотришь по документам, нормально, если все, мы сразу все забираем. Данил. Да? Да. Дайте нам папу совещаться, может? Можно, пожалуйста? Квартирка нас устраивает. Вы смотрите, смотрите. Да, мы смотрим. Все. Да. Такая вот. Там такая мымра сидит. Просто мымра. Грязная. Тараканы и клапаны. Ну, Герман, ну ты дай не уж мяч. Это просто... Я здесь ничего делать не буду. Сюда даже, ну, не приведешь компанию. Сидит с какой-то пришивой, извини меня. Не, ну квартира, конечно, да. В принципе, нас все устраивает. А сколько по стоимости? Как и договаривались. Ну, здесь даже ремонт нет. А что вы хотите здесь? Бабуля жила старая, царствие небесное, Господи. Живность какая-то имеется, там клопы, тараканы, вот это все. Мы живем на 8-м этаже, какие тараканы. Просто смрад, чудовище. Да. Пара красивая. Ну да, такая замечательная. Мужики, вы либо вы нормально смотрите, я вам говорю, балкон не застеклен. Постельное белье, ну, мы стиранное. Ребят, ну стиральная машина. Все это, да, все это вынесется. Спортивное, фу, блядь, да. Постельное белье и прочие вещи. Какой-то. Ну, там все гнилое. Где гнилое? Там на кухне плесень. Какая плесень? Плесень. Не, ну пара милая, да, действительно. Данил, можно секунду? Ну, конечно, можно, Рагуша. Илю, слушай, не помню, смеяться надо или как? Это пиздец! Это пиздец! А это самое главное, это... Да? Это мымра сидит, купит, ёпта, блядь, даже убрать ничего не хочет. Я могу, воняет просто, блядь. Воняет не мой бабкой старой, нахуй, эти часы ищут. Хули мне сейчас делать там, блядь? Да? Иди разберись, блядь. Я вообще бабку. А знаешь что? Это бабкош, блядь. Дорогуша, а скидочку дадите? Какую скидочку? Мы с вами обо всем договорились. Ну, смотрите квартиру. Вы такая красивая пара, вы очень молодцы. Давайте документы по аренде, субаренде, и мы сейчас сразу сделаем с вами договор. Какой аренде вы пришли покупать? Купли-продажи договор. Аренда. Ну, нам хотя бы тут мало ли тут какие-то... Вы даже не собственник. Как вы хотите продать нам квартиру? Нет. Бабуля... Не Москвы вообще-то, да? Бабуля передала на минуточку. Минуточку, молодой человек. Я сейчас сфоткаю это все. Давай, из Москвы прилетели. Не, ну ты по Ленке скинь. А я вам что, другое, что ли, представлял? Вот это скинь. Тихо. Не перебивай его, дорогуша. Фоткай. Пиздец какой-то. Давайте побыстрее, ребят. Ну, я это квартира неплохая, правда. А соседи как? Плохая, Герман, либо не Герман, иди сюда, Герман. Нет, шо. Это просто ужас, нахуй, дорогуша, блядь. Это мразь. Я спать на этом говне не буду, блядь. Там вообще клопы, тараканы, блядь. Крысы, мыши, блядь. И еще пойми кто. Я не знаю, кто это. Ну ты все в плесени, блядь. Мне что сделать? Я не знаю, блядь. Может нахрен его послать, а, с этой квартиры, блядь. А если что, то фоткайте.
Ну нет, ну конечно, ремонтик имеет. Ебанутые? Да. Что вы здесь устроили? Вы либо смотрите квартиру, либо идете нахуй. Без мата, уважаемый. Вы не хамите нам, да? А как не хамить, если вы мне сорвали секс? Может быть, это у вас в деревне так принято хамить, да? Но у нас в Москве ручки свои не надо. Если ты такую позвал, иди тогда и собаку выеби. Одно лицо у них с мордой там. Давайте, не разговаривай. Как оскорбляешь ее? Блять, воняет говно. Собака, блять, воняет. Тут нет собаки. У вас случайно никто не сдох? Господи, бабуля, прости, это не про тебя. Господи, бабуля, прости. Господи, да, оно и видно. Идите, короче, ребят, либо смотрите, пойдем. Либо... Пойдем. Не, ну диван, конечно, да. Можно, конечно, проверить, я не знаю. Ну, в принципе, как бы, да, если глаза закрыть, ну, как бы, не так-то на его месте, блядь, ну, извини. Конечно, так можно и собачку. А давно вы встречаетесь? Да. Ну, скажи ему правду. Вы только познакомились, вы успокойтесь. Не, ну, я, вот это, халупа, ну... У тебя что, квартира, что баба, блядь, говно все. Не, ну, Вера, ну ты что говоришь? Что говоришь такое? А ты скажи, если либо я ухожу, либо она уходит. А вы ванну не моете, да? Да здесь бабуля была, еще раз говорю. Там у него кто-то и утопилось, явно там. У вас там все сгнило. Сгнило. Ну вызовите мастера. Да тут надо демонтаж делать. Делайте демонтаж, я же не против. Ты вонючий, блядь. Это мои. Я бы позвал, мог бы хотя бы брать труселя-то свои, позорище. Данил. Да. Ну ты посмотри. Ну в чем эта холопщина одета? Полная безвкусица. У тёлок, блядь, в деревне вещи лучше, там копыта. Вы себя подковы. Видели? Два унтерменша. Нормально, мы надеты. Ну. Хорошая девушка одета по строгому стилю, черный, black and white. Я сейчас не знаю, что сказать. Ну и он тоже животное. Грязное. Носки Nike. Мазерфакер. Ну какой ты мазерфакер? Ты так. Вот такой. Детский сад, Маша. Живешь в бабкиной квартире. Да и... Ну а что, это, вы его бабушка? Какой-то. Да. Он просто сказал, что она умерла. Вы так выглядите, как будто и вправду. Да, ребят, вы сюда пришли в квартиру смотреть или оскорблять женщину мою? Данил. Ладно. Молодой человек. Что? Мне что, обосраться сейчас? Данила, это полный пиздец, я тебе говорю. Это вообще... Что вам не нравится, блядь? Постсоветское пространство, ёбаный сыр! Это, блядь, не квартира, а сарай. Да какой сарай? Вам и пригодится какой сарай. Мы сейчас пойдем разбираться. Куда вы будете разбираться? В ЖЭК. В какой ЖЭК? ЖЭК отвечает за другие вещи. Мы, значит, пойдем в ЦРУ пойдем. Давайте искать эту дорожку. Пошли нахуй отсюда. Нет, ты заблудился, дорогуша. Я не продам вам квартиру. Раздавлю. А мы не будем. Драготоры. Вот это то, что вы называете квартиры, мы покупать не будем. Это говно. Ебать, с Москвы приехали, смотри. Послушай сюда внимательно. У тебя там баба сидит, воняет. Ты мне здесь чего в рот открываешь лишний раз, а? Воняет? Воняет. Точно воняет? 100%. Как будто в ней 12 литров сусла. Герман. Какого сусла? Это идите пиздец. Отсюда нахуй! Да там у тебя брашка в комнате сидит, блядь! Вы что, дебилы? Да. Я сейчас выгоню вас ебаной метлой отсюда! Я не могу. Это пиздец. Да что пиздец? Чайник Xiaomi, блядь, фильтр, ну что пиздец? Это что вообще? Здесь был чай! Это, блядь, утренняя ваза ваша или что? Утренняя ваза? Ребята, идите нахуй, не буду я ничего продавать, дайте мне спокойно пообщаться с девушкой. Герман, это пиздец, надо... Без понятия. Мы находимся сейчас здесь полный пиздецы и амойки какой-то вообще. Уходите отсюда. Уважаемый. Я не продам. Уважаемый. Я не продам. Мы не купим это.
Ребят, я просто не хочу вас физически контактировать с вами, потому что вы похожи на московских чик. Ты дешевка, это еще дешевле. Оба собрались и ушли с квартиры. Да я уйду, блядь. Ну и уходи. Уходи. Там я нахуй туда пошел вон. Пошли нахуй, блядь. Тебе ой, чтобы через полтора месяца вас тут не было. Тебе ой. Как нам тут жить-то, я? Ну это же пиздец, халупа. Да не дедовский, бабовский говорю. Просто ужас какой. Что делать будем? Как тут спать-то? Вот мои новые друзья. Ну то, чтобы друзья. Мы с Ванюшками не дружим. Да мы не друзья, уважаемые. Потому что мы друзья? Да. Да, жвоняет. Подруга, ты бы хоть титьки себе подкачала, вообще, корову. Пиздец, банки вот, пиздец. Пиздец! Это пиздец! Что это, Герман? Я не знаю. Это пиздец! Это выбрасывать только. Вот, смотрите, лежит. Я вообще, я в шоке, блядь. Я просто. Девушка, а тебя ничего не смущает? А то, что вы в нашей квартире находитесь, вообще по барабану? Люля-лю-лю? Нормально. А нас все устраивает, как ты думаешь? Может быть, мы хотим уже друзей позвать? Чтобы я ушла. Что? Чтобы я ушла. Либо знакомимся, либо на свидание. Так я не хочу вам мешать. Это пиздец. Ничего себе. Что такое? Ничего. Я тут жить не хочу, Герман. Зачем ты это снял? Казарик. Тебя как зовут? Меня Настя. Настя, собирай каблуки нахуй отсюда. Да? Конечно. Без стыда, ни совести, и вправду. Надо клининг вызывать. Фу, мерзость. Согласна. Такое отношение скотское. Согласна, дорогуша? Конечно. Вот то-то же. Какой это подъезд? Грязный. Первый или третий? Деваться не умеешь, стиля у тебя нет и вкуса. Тут клопы, я тебе не говорю. Все, тараканы какие-то. Где такое видно вообще? Не, ну если как бы мартини попить, может быть, получше станет. Без мартини не обойтись, это минимум пьянку. Хочу страчателлы. Не, ну если тут коврики пару мебель поменять, как бы, может быть, и получше будет. Шторки какие-нибудь. Ну вот эту мебель тоже поменять, это пиздец какой-то. ХБ. Вне контекста. Акт 2. Сцена 1. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов. Ну что вы, дебилоги? Вот и все, пришла ваша моя погибель. Это кто? Я не знаю. Дальше сюда. Встали, блядь, быстро, нахуй, суки, ебаные. Кто такие?
квартирку. Выгоняй их, братан, всех на квартирку, блядь. Мы квартиру, деньги. Какую нахуй квартирку, ебаный в рот. Всех, и ее тоже. Какую нахуй квартирку. Ее тоже выгоняй. Вы сейчас познакомились, она не важна. Какую квартирку? Не надо так делать. Давайте. Брат, и она тоже. Трудно. Вы кто? Привет, познакомиться, Читас. Очень приятно. А вы кто? Менеджер? Менеджер? Вы кто? Yes. Менеджер? Do you speak English? No. For real? No. Okay. No, okay. Sorry. I don't know her! This is the customers. Oh, man. Okay. This is my way. Да все, по-русски, чего вы начинаете? No. Everything is fine. Я не знаю, кто это. Брат, они пришли, блядь, просто начали хуйню. Что за штрихи, братан? Я не знаю, брат, они пришли, начали хуйню страдать. Я тебя ждал вообще. Я так понял. Я думала, меня. Ну, вообще, мы хотели вдвоем. Да, жаль. Да. Блядь. А, 2-1. Мы материмся, место святое. Вас как зовут еще раз? Настя. Очень приятно, Настя. Чувствуете себя как дома, Настя? Да, я в целом, да. Так себя я ощущаю. Нет, чай весь выпили, суки. Чай, да, жалко, конечно. И чувак, ты не продал, короче, Энце. Да нихуя, я тебе говорил, кто это, блядь, и пиздец вас какой-то. Валера, я тебе говорил, не сиди на странных сайтах, чё ты, блин, это? Да, на левых каких-то. Я не знал, кто это. А? Я не знал, кто это. Ну, да. Будем жить с тобой на рейде всегда. Так чё, блядь? Настюш, ты будешь пуэчик? Не, спасибо большое. Не пьёшь, да? Не. Пиздец. Я подумала, что достаточно. А я вот буду. Вась, ты будешь пуэр? Да, братух. Как еще раз? Он не всегда Вась называет. А, хорошо. Нет, ну просто, чтобы не ошибиться. Макс! А? Скажи, что меня Влад зовут. Что? Скажи, что меня Влад зовут. Нет, он Влад, но просто я, когда ему говорю Вася, это не значит, что его зовут. Я раскололась. Это не значит. Что? Кого ты раскололась? Ничего. Я хочу тебя напополам расколоть. Напополам? Да в целом уже достаточно. Ты уже с бабулей когда общался, мне уже было достаточно. Ты с бабулей общался? Ну, с бабулей общался. Бабуля, это она ни хуйню несет, не слушает. Ничего подобного. Прояви уважение, блядь, к старшим. Что ты делаешь? Старшим? Ей было 17. Бабушка? Угу. Ты долбоеб, что ли? Наша бабушка была 86 лет. Ваша бабушка? Вы да. Еще и семья? Ну, мы двоюродные братья. А что? Не, просто интересно. Я не понял, это покупатели, а Настя просто твоя бабушка. Настя, я хотел просто ее располовинить. Придурки, я не участвую в ваших историях. Почему? Потому что я... Гэнгбэнг? Нет, спасибо. А почему? Нет, спасибо. Ну тогда нахуй ты нужна? Я тоже так думаю. Да, я сейчас все думаю, говорю, что так сижу. А, блин. Еще покупатели, зови их сюда, а нахуй, кто? Всех. Это кто? Не знаю. Алло? Там что-то важное, Вась. Алло. А, здорово, Зай, давай, заходи. Вась, там еще покупатели. Да пусть заходят все. Да, это Кристо. Я. Дети идут нахуй, ведь это чисто мужской рэп. Слов нет, когда я смотрю, как брат ебёт всех. Трэп по радио, это чисто перед семьёй флекс. Мой живот это про статус, это не про комплекс. Время шло тому, чтоб получить всё, что сейчас у меня есть. Со мной только тот, кто нужен, я давно сбиваю шефта. Белый стек, я как всегда закрою. Ну всё, Настя, пока. Оставь! Да Настя не уходит, ну чё за хуйня? Да, блядь, ты чё, ты же позвал? Да, блядь, она мне уже не нравится. Выгони её, пожалуйста, Макс. Ну я не могу ей девушке плохо сказать. Пусть она нахуй! Ты чё, пьяный, что ли? Я бухой, как чё. Ты чё всё-таки? Настя, прости, пожалуйста, его просто. Я ему очень не нравлюсь. Я не знаю, что ли, ну типа я не знаю, почему так сидёт. На самом деле тебя позвал, сейчас сливаюсь. Я ему больше не нравлюсь. Чё случилось-то? Я хочу, чтобы она ушла! Да не кричи, всё, я понял, чё ты истеришь-то? Да потому что, что такое? Можешь не истерить, он истерит. Я тебе больше не нравлюсь. Видимо, да. Блять, я тебе больше не нравлюсь. Настя, ты хочешь, чтобы я ушла? Ты хочешь, чтобы я ушла? Я хочу, чтобы ты съебалась. Хорошо, пока. Пока. Ты
телефон. Наверное, в кусочку. Алло. Успокойтесь, пожалуйста. Вась, это неправильно. Ты позвал девочку. Присядь, Настя. Слушай, хорошо, идите пообщайтесь, успокойтесь. Да какой пообщайтесь, все, я уже не хочу общаться, бабка, блядь, Бабка не в кайф, что не другая важно. Бабка сидит на ее диване. Это она тебе сказала? Да. Блин, так за... Че вы... Братик, ну... Я думал, что мы 52 послушаем вместе все. Ну послушали, а я же сказал, фиги идут нахуй. Никто не ушел. Да не пакет, пожалуйста, блин. Один за всех и все за одного. Ты как не умел в 15 лет с девочкой общаться, так и не научился, на самом деле. Потому что не умею. Это твоя слабость. Потому что у меня полюция случилась. Настя, пока. Да, пока-пока. Прости, пожалуйста, Настю, хоть... Да ты что? Он просто неуравновешенный. Нет, мне очень все понравилось. Я ёбнутый. Не обижайся. Он дурак. Да нет, ну, я говорю... Хороши арбузы. Ребята постарались, мне понравилось. Очень хорошо. Какие ребята? А, это ваши привет? Это твоя знакомая? Настя? Да. Ты дурак, что я первый раз ее вижу, да. Мы кем-то из детства. Он мой брат двоюродный. Да. Это мой брат двоюродный. Пизди больше, Настена! Давай, Настена. Кстати, Вася, 1-1, походу. Кисаю. По одному, брат. Кисаю, вот тебе крест. Все, успокойтесь. До свидания. Зай, прости, пожалуйста, так получилось. Он сегодня черного русского выпил как-то. Ебанешься. Алло. Алло. Я сейчас просто... Давай, короче. Ты слышишь? Настя, может останешься? Что вы имеете в виду? Two different ways. Ой, сори, я не понимаю по-английски. Я знаю только сори и... Ну тогда нам не о чем разговаривать. I'm translator. Да, я помню. I'm the one who knocks. Say my name. Так зачем? Heisenberg, you goddamn right. Окей. Wanna suck some dick, bitch? Wanna suck some dick, bitch? Wanna suck some dick, lick my balls, and come here faster. I don't care. Этот мир прогнил. Ну, примерно. Мы можем поцеловаться. Не, я не хочу, спасибо. Пухлые губы. Я не знаю, кто это. Если это твои ребята, можешь дальше свои приколы устраивать. Да нет, никаких приколов. Какой Вася? Меня Вася может называть только мой друг Читас. Это же твой брат. Я запуталась. Мой брат, мой друг. А, все, вопрос. Да. Меня не забирай. Я здесь. Да... Расслабься. Все, я плачу, все могу. Не надо, расслабься. Ой, давай. Не расслабься. Relax, baby, нет. It's fine. Нет, sorry. Why sorry?
Я хочу секса. Не плачь. Ну, поздно уже. Да что ты плачешь? Да все, ничего. Расслабь булки, малышка. И позволь сделать все мне. Такси не вызывается. Там на улице интернет лучше. Какая разница, если он только газ не берет? Там, не, если ты выйдешь на улицу, там водитель поймет, что ты уже готова ехать. Работает так, я айтишник. Блядство. Настя. Настя! Настя! Да? Хочешь куни? Нет, спасибо. Фригидная попала. Настя! Настя! Анастасия! Хочешь куни? Пиздец. Алло, да, брат? А? Хорошо. Блин, у меня нету такое. Самое забавное было, что я пришла, у меня встретился... Которая Крипс? Или Пиксит? А. Ну, короче, какой-то пиздец. Вот, мальчики молодцы, мне в целом понравилось. Было забавно, даже не страшно. Где-то плоская группа, но это мальчики. Самое странное, что у меня просто-напросто не вызывается такси, я стою, блядь, в коридоре, ну, сейчас я буду спускаться, и... Всё. Стоп! А я могу, не могу кричать, у них там, знаете, нет колонок, да, Илюх? Да, да. Я ем сосиску сейчас. Спасибо, дружбан. Интересно, да? Вот, и... Чего я тут стою, типа...
Чем старше мальчик, тем серьезнее игрушки. Просто ебанутая какая-то бабка. Я не знаю, блин, бабка на девчонку похожа. Пришла, какую-то хуйню начала сгорать. Продам квартиру, куплю квартиру. Я решил выпить, да я пришел. А? Да расслабься, я нормальный парень. Ты чё, я вон, смотри, велик, спортсмен, пиздец. Поехали, куда едем? До дома? Ты уже дома, дорогая. Не беспокойся. Все нормально, расслабься. Ты куришь? Хочешь на балкон пойдем покурим, ты расслабишься. Нет, никотин очень сильно помогает при нервотрепке какой-то. Мне просто очень хочется покурить, она заебала меня. А дрипки есть, дудки какие-нибудь и так далее? Да. Все, здесь никого нету, все, здесь все, все нормально, здесь тихо. Расслабься. Да пиздец, я наверное, дверь закрою, если еще там кто-нибудь подойдет. Все, расслабься, расслабься, все, выдохни. Пиздец, это сюр. Вот стоило мне один раз прибухнуть в свой единственный выходной завтрашний. Приходит какая-то хуйня, это просто дом такой, я продаю квартиру эту. Это бабушка у меня здесь жила. Вот, и, соответственно, я думаю, что это какие-то ее знакомые, а бабушка немножко это была, ну, деменция старая, сама понимаешь, вот. Поэтому я вообще в шоке. Пришла одна, пришел второй какой-то, здесь, блядь, соседи еще какие-то ебанутые. Зря я, что тебя сюда позвал, но, прости, у меня просто выбора не было. Вот. И все, эта квартира стоит на продаже. Мне пишут звонки какие-то, постоянно кто-то звонит, постоянно кто-то что-то хочет и так далее. Стучаться в дверь, я, ну и поэтому вот так вот случилось. Вот, а на самом деле я адекватный пацан, вообще полностью. Не пьющий, ну выпил просто черного русского, въебал и все. Люблю как-то черный русский миндаль, вот это все. А ты пьешь вообще? Пьешь? Что пьешь? Не крепко. Ну что, например, не крепко? Есть пиво, есть слабоалкогольные напитки, есть вино и шампанское. Есть. Все из перечисленного, кроме 40-градусных всяких прочих. Ну, 40-градусный можно смотреть, например, ты берешь 40-градусный, раз, туда колы, туда гренадина, туда еще что-нибудь, и получился коктейль. Ну, иногда. Вот. Так что ничего. Это... Сейчас я посмотрю. У меня, короче, есть штука такая, я очень ленивый человек. Я пиздец не могу выйти из квартиры, вот. Я постоянно все заказываю. Вот у меня ничего нету. Я постоянно заказываю доставку, не готовлю себе, ничего не делаю. Ты чё, Марин, чего ты смеешься? Что за истерический смех? Да. Почему? Ну, это какая-то стрёмная ситуация, ты не считаешь? Почему? Почему? Я правда, я не знал, кто это пиздец какой-то. Просто я захожу там и какие-то крики. А ты видела ее? Видел кого-то? Нет, я... Слышала крики двух людей, я такая думаю, чё, блядь, ага. Я, пожалуй, уеду отсюда. И ты ушла на лестничную площадку? А я тебя потерял. Да, я ушла, потом вышел. Я видел, я по приложению посмотрел, что ты подъехала. Заходит она, думаю, пиздец какой-то. Я сначала подумал, что это ты. А потом посмотрю, блядь, она крупнее, ну вот такая вот зашла. Говорю, вы кто? Она начала какую-то хуйню нести, ахинею. Но она, ну, у нее что-то это, у нее что-то было с башкой. Ну. Вышел какой-то парень, пополнее, наверное, сказал, вы к кому? Я говорю, не к кому, и ушел. Парень полный, он такой... Черный был, все. Ну, это сосед мой, кстати. Ну, он тоже немножко... Говорю, дом припизнутых людей, я в шоке просто. Блин, надо было лучше просто погулять сходить, вот честное слово. Но я ленивый человек, поэтому я не могу, я просто сижу на диване, люблю общаться. Так что, не, расслабься полностью, все хорошо. Вот. Да. Они частенько заходят, это как представление, знаешь, я смотрю на это, блядь, телевизора нет, я смотрю на представление, они заходят, что-то говорят, но когда они уже начинают переходить границы какие-то, что, ну, типа, ну, это же все-таки моя квартира, ну, бабушкина, бывшая бабушкина, царство тебе небесное, живи на синей небесе, все. Вот. Поклонись не забудь. Куда? Вниз. Я никогда так не делал, я просто кресло ебашил, все. Ну, блядь, думаю, бабуль зачнется нормально. Да все хорошо. Вот, и они заходят, и что-то хуйней какой-то страдают. Я смотрю на них и как бы это...
Но когда они начинают перегибать палку, я говорю, все, ребят, давайте, мне хватило этого. И все, они уходят. Кто-то квартиру уходит. Есть нормальные люди, которые заходят, здравствуйте, там, позвонить, заранее позвонить, блядь, сказать, мы идем смотреть квартиру. Я говорю, да, назначаем встречу и так далее. А некоторые просто приезжают, потому что я адрес указал. Вот. Ну, мне кажется, что такую квартиру купят только ебанутые какие-то люди. Ну, не, ну на самом деле квартирка такая, честно. Если здесь все убрать, ну, полностью ремонт сделать, планировка хорошая, балкончик хороший, выходит на этот. Я даже не помню, на чем выходит. Сейчас, подожди секунду. На школу выходит. Все, можно смотреть. Вот, например, у нас, мы с тобой живем в этой квартире, да? И у нас ребенок уже в первый класс пошел. И ты вместо того, чтобы, блядь, выходить в школу, забирать, ты раз посмотрела в бинокль, вот так. И все. Удобно. Тихо. Слышишь? Тихо. Я жить бы не хотела. А? В этом районе. Я, если честно, тоже, поэтому я не продаю. Ты что, такие эти, ну, типа, слышно очень хорошо. Не бойся, я тебя защищу, если ты какая-то ебанутая хуйня, я тебя защищу. Кто? Кто? Здравствуйте. Бля, ребят, ну что вы устраиваете, а? Все, представление началось. Я тебе говорю, они ебанутые какие-то, ребята. Вы откуда? Из 45-й? Ну, нормально тут у вас. Что вы хотите? Вы из психдиспансера? Потрогайте корпоративы! Ну, хороший. Не перегибайте палку, ребят, я вытащил вас. Здесь фортепиано. Ну вы Гарик вообще сегодня дают. А где зарплата пришла в двойном размере мне? Почему так? Первая должна была мне быть, а вторая неизвестно даже. Даже не знаю. Гарри тоже не понимает, у него не дошла, а у меня прибавилось его. Надо, наверное, переделать что-то. Я скидывать не хочу вообще. Батя, что за хуйня? О, где мои деньги? Зарплата, Гарри, я не знаю даже. Гарри, я на что должен жить, а, батя? Зина. Денюжки-то мои где? Гарик, ну... Батер, ну мы так вообще, ну, не договоримся, понимаешь? Ты знаешь, где мои деньги? Мне пришла война. Я эти корпоративы в рот ебал, Батер, понимаешь? Знаешь, что может быть, Гарик? Батер, ты меня пойми. Если менеджеру моему, скорее всего, пришла тут ошибка... Гена! Не мне пришла твоя... Гена! Гена спиздил мои деньги, Батер! Ну, Гарик, ну... Профтеры, вы не туда попали, я вас не вызывал! Гарик... Батер, ну значит, поехали к Гене! Так, едем вместе с бухгалтером? Зин, ты едешь с нами? Батер! Я за рулем! Ну, конечно, ты! Бля, извини, пожалуйста, я поехал отсюда, идите вы нахуй! Зина, прыгай! Гарик! Зина, прыгай! Зина, они тебя заебут быстрее! Батер, гони! Давай! Я правда не знаю, это закон. Батер, не дай бог, я знаю, что это ты спиздил мои деньги. Спасибо, бухгалтера. Зина! Я уже в Сызране. Батер, ёжик! Ой, я не увидел. Батер! Покрышка лопнула! Ооо, что же делать? Танград есть, Табаска! Нет, но есть бухгалтер! Зина! Стоп! Где деньги мои? А, я же говорю, Гарик, они у менеджера... Блять, они на хвосте! Батер! А? Что? Чуть не колесом не помню, Гарик, Батер! Там кратали! Но? Есть бухгалтер! Мама, забери меня, я в Ростове! Ты меня сводишь! Колесо! Слушай, да! Олень! Гарик, олень! Беги быстрее за ним! Быстрее, Гарик! Батер, ты гнида! Доктор! Доктор!
меня перелом! Гарик, что сделать, Гарик, что? Зина! Гарик, что сделать, Гарик? Зина, скажи мне правду. Это он взял мои деньги. Сегодня в страшном ДТП погибли два актера канала ТНТ. Батор и Зина. Отставить, Зина выжила. Батор и Егор Харламов. Нам очень жаль этих добряков. Они останутся в наших сердцах навечно. Ибо память о них будет жить в наших сердцах. Давайте же почтим минутой молчания прекрасных людей, отцов, друзей и просто хороших человеков. Как оплачивать будете? Девушка заказывала, я ничего не заказывал. В смысле девушку заказывала? Стас сейчас... Мы, походу, опять кидлок какой-то. Стас, как оплачивать Стас сейчас будете? Кому-нибудь сраку. Как оплачивать будете? У меня 7 лет образования музыкального, я что, просто так играю? Парень, я думал, вы просто... Пацанов 5 лет актерского образования. Ты заказал, слышишь, послушай. Кого я заказал? Нас, аниматор. Я ничего не заказывал. Гарик! Гар, подойди сюда, кто нас заказывал? Что за хуйня? Ты сгребляй, решил он подойти. Не хочет оплачивать. Кто нас заказывал? В смысле? Я думал, это твои. Я решил тебя подыграть. Что за хуйня? Что происходит? Ребят, если вы ее знаете, скажите. Я, блядь, первый раз ее вижу. Вы что, издеваете? Какие Валерий Особо же, правильно? Нет. Мы их что? Я, блядь, раз что? Я, блядь, она заказывала, я ничего не заказывал. Газ. Что ты так делаешь? А кто заказывал? Зачем настолько сильно... Просто людей. Ты издеваешься, я что сделал? Твои друзья пришли, какую-то хуйню устроили, ты мне говоришь, что я издеваюсь? Пойдем. Заново, пойдем. С нее деньги требуйте, не с меня. А нет, нам деньги не нужны уже. Гарик, вы по-другому сами разбираетесь. Доктор Ватсон, в этом лесу пропало 15 детей. По следам, которые здесь, я могу сделать только один вывод. Какой? Доктор Ватсон, ну подумайте. Ваша теща. Ватсон, собака быстрее. О, точно, Гарри. Фу, ебать его урод, конечно, ебаный сыр. А вы не будете оплачивать? А там... А кто заказывал такой пробы? Да ничего, никто. Чего? Никто. Никто ничего не будет оплачивать? Так. Охуеть не встать. Третью. Ничего страшного, мы сейчас третью позовем. Я не буду больше. Почему? Мне хватит, ребят, я уже пиздец. Там третья была, она подходит, ты ее слил? Это дом две камеры, чисто. Фу, жарко. Ты ебанутый там, блядь, вылезай нахуй оттуда. Антон, вернись к нам. Да, я сюда. Блин, мне кажется, у нас засвет небольшой. Блять, нихуя тут. А, рай просто какой-то. Наверное, это мой рай. Искать его отражение в пределах лунного света. Так, у нас еще третья заготовка есть у нас. У нас давайте это... я отыграю, я не заебался. Хорошо, давайте я сейчас встречу, она на меня. Да, давай. А вы тогда, ты Батрудинов? Ну, ты тот самый. А о чем мы, Гарик? А? О чем мы делаем? Только тебе переодеться надо. Шерлок играйте. С Валерой, Шерлока. Ты мне объясни, я просто не понимаю. А у нас импровизация была, у нас не было задумки. Там что-нибудь знаешь, что делать.
Ну, то, что она стояла на лестничной клетке, я уговаривал нахуй прийти. Я тебе хотел написать, Вася, что она стоит, но что-то... Вообще, этот, ты Ватсон, он Шерлок. Все, играем. Ты, где Манишка? Я просто... А, может, Манишку, да? Манишку, давай сделаем. Манишку. Давай, Витасон, хорошо, давай. Ту-ду-ту-ду. Блин, кваса бы попить. Что-нибудь такого. А где он? Макс, а где квас? Макс, а где квас? Макс, Макс. У нас просто ИРЛ приколы, они, знаете, они у нас когда-то есть по сценарию что-то серьезное. Бывают у нас фильмы, мы снимаем на Карамаке с девушками с Давинчика. Бывают вот такие. Сегодня мы решили ситком показать, скетч. Ты нашел квас? Спасибо большое. Да. Что вам делать? 10 минут? Я думал. Так, а я не понял, оранжевая тема или красная? Ты что одеваешь-то? Ты одеваешь его, прикинь? Нет, я хочу этот. Так а как ты будешь играть? Ты будешь Германа. А вот это нахуя? Это ему. Да. Смешно тебе? Завтра на работу будет. Уёбище лесное, блядь. Сука, туда же. Хатни? Дайте кваску холодную. Ох, квасик хочется. Это ой, я. Заебись. Реклама, реклама, реклама. Белорусский вкусный квас. Так, это... Добавьте реву. Бля! Это реально реву можно добавить. А я не знаю, что он, как он. Да, я в 11 классе реву играл, я умею. Давай. Давай, всё. Давай тогда Харламов и Рева. Так мы Шерлока Холмса делаем? Да, только с Харламовым и Ревой. Окей. Адаптацию сделайте. Куда пошел? Так нет, стоп, даже я-то могу... Давай, давай, ты Рева, я Батрухой буду. Я третьим вступлю. Что я буду делать? Бля, наконец-то моя любимая одежда. Пиздец, так скучал по ней. Обожаю. Оранжевый мне к лицу. Оранжевый хит сезона. Через сколько? Через... Она будет. Она, не знаю, сейчас. Брам, у тебя мамура сиди подрезал? Нет, нет! Я не знаю! Смотри на него, блядь. Пойдем покурим. Влад, через сколько будет? Ну, уже здесь. Там покурите. Что с мышкой? Где она вообще? А где, не понял. Выключить ее, заново включить? Не понимаю, что сделать надо. С камерой Брама где? Там? Парни, она уже ждет. Первый был, не помню, путь вроде. Братик, а где, блядь, вторая часть от Вейпор? Я не знаю, там девушка уже заходить хочет. Я понял. Да. Не хочет? Хочет, хочет, да, вы здесь еще. Вадю Галыгина. А я не помню, он ничего не говорил, говорит, сука, блядь. И Гадя Петрович, да подожди, ну мы не можем сразу все так быстро делать. Что сделать, ну... Что нажать надо, не понимаю. Турут, туру-турут. Переоденься. Зачем? Не-не-не. Переодеваться я не хочу никак, ни в коем случае. Добавь кашу, Мафаня. Кашу, плиз. Куда кашу добавить? Что мне ты гачи? Блядь, пиздец, какой-то разъеб. Да не ебу я, какой подъезд? Там 4 подъезда, блядь, в одном из них есть квартира нужная. Это сложно, наверное. Первый, вот, блядь, вот как хочешь, вот на, вот так вот. Вот так вот ей скажи, пусть она ищет эту квартиру, которую надо. Маша, ВК, чек не срочно. Что? Куда добавить кашу, я не понимаю. Что мне сделать? Что вы хотите от меня, я не понимаю. Куда? Что? Он стримит сейчас.
Так, короче, ладно, сейчас. Так, ладно. Слепо, я не знаю, все то же самое ей скажи, как до этого было. Все предыдущие две девушки нашли, куда идти, значит, третья тоже сможет. Они все приехали в одну и ту же точку. Ей нужно было просто подойти сразу к ближайшему подъезду. Все. Значит, она вышла, куда-то прошлась, блядь, и, ну, она, видимо, ей тяжело. Пусть, вот, она знает номер квартиры, вот пусть в подъезде ищет номер квартиры, ничего страшного. Да, Бутусова играть? А что такое Бутусов? Я не помню. Я не особо смотрел, блядь, типа, всю эту движуху. По вебке Брама. А, да, отключил. Алло. Она, Слепень, она стоит у подъезда. Пусть она в этот подъезд позвонит, пожалуйста. И ребята ее видят прям, блядь. Она стоит у подъезда. Чек ТГ. Не надо, скажи, чтобы она позвонила просто, и все. Все, давай. Ну, это, походу, очень одаренная. Да, 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 да. Пусть она сюда звонит, да, да. Да. Ну, это одаренный человек, одаренный, ему повезло. Ну, ей повезло. Я думаю, что она очень хорошо живет. Здорово. Блять, мы... Вообще, такой отстой, блядь. Мы купили сегодня и салфетки для автозагара, блядь, и спрей для автозагара. По итогу, нихуя. У меня только раздражение какое-то пошло. Пиздец. Слава богу, что еще вижу. Я на соль поставил для того, что... Ебать. Какой же кайф. Этот вайб летних ночей. Там, где пришла ты, там упала звезда. Мав, мотивация ты должен, да. Алло. Она втыкает также у подъезда до сих пор, сейчас. Я могу это прослушать тут без матюков? Ну, она прямо у подъезда стоит, пацаны ее видят. Ей просто позвонит домофон, я не знаю, в чем проблема. Я за ней не пойду. Ну, типа, прям вообще не очень хочется в таком наряде мне спускаться. Она прямо у подъезда стоит, и мне не грузится почему-то ее голос. Блять, да, давайте нахуй! Следующий, пацаны, следующий! Слушай, у меня проблемы со зрением или что? А где здесь домофон? Я не понимаю. Просто странно. Так, ну да. Да, да, да. Это я. Я здесь. Так. Ну что мне, блядь, сделать? Где домофон? Там деревня, там деревня, там пиздец деревня, там село. Ладно, не скипай ее, сейчас... Алло, бро. Она спрашивает, домофон там есть? Да, да, да. А ты можешь просто спуститься и дверь открыть, чтобы она зашла? Давай, спасибо. Она. Ладно, сейчас. Слепо скажи, чтобы она просто дом в другую сторону обошла, вот так обогнула его. О, господи, да. Да, это сильно.
я вот, ну, я не понимаю, знаете, мне не нужно, вот если я знаю, вот, я вот, блядь, учился там раньше, и вот мне надо было постоянно по городу там ездить, я подрабатывал там, мне хватало, вот, тугис это пиздец имба. Вот у тебя есть тугис какой-нибудь, ну, ты, в принципе, ты ориентируешь, и тебе говорят там, допустим, старые панельки, да, вот эти вот, там пиздец по километру, и там номер подъезда. Скажи подъезд, я не могу найти квартиру. Ты дебил, ты идиот, ты глупый, ты обезьяна, ты чмо, ты шизик. Что с тобой? Тебе говорят номер квартиры. Он не в каждом подъезде. Ты же видишь, откуда он, где он увеличивается, где уменьшается. Это, блядь, это надо быть совсем прям пиздец нахуй. Ну, я не знаю, что с человеком должно быть, что такой, я не знаю, жопу мне подотри, блядь, пиздец, ну сделайте все за меня, нахуй. Сделай все за меня, найди за меня, приди за меня, блядь. Ну, это пиздец, ну... Она пишет, Влад, это провал, либо я конч, либо это порталы, как в Гарри Поттере, потому что я минут 10 назад позвонила в домофон, там было написано запрет. Бля, мне интересно, как там написано запрет, если там только цифры ебать. Запрет. Блядь. Хуя она считает, блядь, читает по цифрам. Это как эти? О, господи, пиздец. Дайте уже реву отыграть с Харламовым. Нам палец в рот не клади, блядь. Дайте ХБ, блядь, отыграть. Блядь, а мы и не знали, да. Наиграешься с ней. Ну да, да. Не, не скипай ее, не скипай, нормально. Это тут деревня, это интересно будет. Да, брат. Сказала, ну, она, я сказал ей обойти. Ну, я не знаю, я не пойду на улицу ее искать в наряде просто. Пусть геопозицию слепо скинет свою, мы посмотрим, где она. Окей, давай. Давай. Ладно, ну она очень одаренная, блин, это круто будет. С ней нормально, можно ХБ замутить. Мав, скажи нам адрес, мы ей поможем. Да, да. И ей. И нам. Ура! Ну все, ХБ с Ревой. Рева, Батрудинов и Харламов. Сейчас. Ура. Фух. Чат закрыть, думаете, стоит? Так а что, с чатом поприкольнее, может быть. Мав, что у тебя за телевизор? Это не моя квартира. Да. А что, пацаны тут просто мониторы выключали, правильно? Пиздец. О, господи. Это был самый отстойный квест в моей жизни. Проходи. Привет. Приветик. Потому что меня привезли туда, куда нужно. А, немножко дали дальше, да? Ладно, ничего страшного, главное, что доехала наконец-то. Я уже думала, что меня сейчас украдет этот Такси? На Априори. Заниженный, кстати. Ну ладно, ничего страшного. Ну присаживайся, ладно, присаживайся, да. Проходи, там ручки помыть, если надо, там пищу попу помыть, что надо там. Хорошо. Так. А я думала, ты надо мной пошутил, и я никогда. Не доедешь? Ты думала, не доедешь, да? А? Думала, не доедешь? Ну, читала. Да, ну брось ты. Там, где прошла ты! Блин, я начал меня игнорить. Я не игнорил. Я вообще очканула. А я думаю, ты? Я приехала неизвестно куда. Ну ладно, я все выручила, потому что так нужно. Так, давай. Где моя геометка? Она там, где нужно. О, ты что, играешь? Ты что, музыкант? Я, да, я играю, но сейчас уже поздно, сейчас уже нельзя, сейчас громко. Вот, в общем, да, играю на фортепиано, на синтезаторе, на сольфеджио. Играла на сольфеджио? Нет. Я играла в волейбол.
О, вчера? Вообще, в принципе. Завтра? Завтра всегда. Я всегда готова играть в волейбол. Со мной никто не хочет играть в волейбол. Я всегда говорила своим друзьям, давайте поиграем в волейбол. Mm-hmm. Они говорят, мы слишком старые для этого, а им было всего 15. 15 лет? Да. А сейчас сколько? Ну, сейчас нам всем по 21, по одному году. Пожалуйста, давай. Что делаешь? Поваляться. Поближе. Ну ладно. Давай чай попьем. Фух, сейчас забрыкался, минут через 5 пойду, хорошо? Ты что, устал? Да, заебал сегодня. Так-то я сегодня работал. А, не работать — это моя работа. Не, ладно, на самом деле у меня есть своя подработка, поэтому... Но я чувствую себя достаточно комфортно. А где ты подрабатываешь? Я тексты набираю. А, СММ? Ну, типа того. В Инстаграме, то есть? Нет. Типа... Копирайтер? Ну да, копирайтер. То есть мне присылают файл PDF, а я перевожу в вордовский документ. Работа очень незапарная и, ну, требует много времени просто. Вот, поэтому, ну, по крайней мере, мне хватает на мои хотелки, поэтому... А хотелки у тебя это что, вот такие хотелки? Хотелки? Там, ну, пиво, вот... рыба, квас? Нет, ты чё? Ну, во-первых, я квартиру оплачиваю, вот, как минимум. Это моя хотелка. Ага. Вот, как минимум квартиру оплачиваю, потом то, что мне нужно там покушать, вещички. Ты одна живешь? Да. Без мамы, без папы? А что случилось? Ну, просто так обстоятельства сложились, что я стала жить одна, когда мне еще только, по-моему... Ну, когда мне 17 лет было, я школу заканчивала, я стала одна жить. Вот. Ну, там просто ряд причин разных. Ну, вот. И вот я уже 3 года живу одна. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько? Я что, на интервью у Дудя? Ну, я не знаю, зависит от того, сколько я поработаю. Ну, ты головой работаешь? Да. А чем я могу вообще работать? Ну, тут еще нужен меткий глаз, чтобы понимать... Чтобы не промахиваться по клавиатуре. Не, дело не в клавиатуре. А у меня бывает такая хуйня, я там пишу что-то, у меня там, блядь, разные буквы, блядь, там, блядь, иди в пизду. Ну, нет, немножко не так. Например, ты должен сразу определить, какой шрифт. Ну, блядь, нихуя. Ну, да. Ты пиздец. Это не сложно. Ну, типа, я имею в виду, что, по крайней мере, пока я учусь, для меня это самый, ну, наверное, лучший вариант. Потому что остался последний год учёбы. А на кого ты учишься? Я учусь на специалиста гостиничного дела. Ты будешь специалист по гостинице. То есть 202 номер — это на втором этаже, 303 на третьем, 405 на четвертом. Ну, не совсем, но и это тоже. Но вообще нас готовят как управленцев отелем, вот. Но начинаешь ты с низов, это с администратора, как минимум. Угу. Потом уже там менеджер какой-нибудь службы и так далее. Вот. Но, по крайней мере, я когда пошла учиться, я просто закончила школу в 11 класс, я пошла работать. Вот, я работала год, и потом такая, думаю, нет, мне надо учиться. И вот как раз пошла, и, кстати, очень не пожалела, что я выбрала это направление, хотя, если были бы хорошие времена, я бы, наверное, сейчас училась бы в политехе на каком-нибудь физико-математическом там направлении, возможно. Ты хорошо физику знаешь? Ну, когда я училась в школе, я училась в лицее, вот, и физику... А химию? Химию? Ну, у меня 4 была. Ну, бля, я... есть тема, у меня просто 3 была, но есть тема, блядь, подзаработать. На химии? Ага. И что это за темка? Ну, сварить кое-что. Пропан. Метан. Метадлон. Мегалодон. Я знаю алканы, алкен. О, у меня пара друзей алканов есть, блядь. Да, Антоша, блядь, зовут. Ну вот я вот такие знаю. Нет, остальное нет. Физику, да, знала в школе. Физику — это хорошо. Вот, ты тоже в белых носках ходишь. Да. И я в белых носках. У нас много общего. Да, ну просто я выгляжу более черно-белой, чем черно-белой, чем ты. Ты такой чисто на стильке. Это домашние шмотки просто. Ну, я дома хожу. Ну, а что, удобно? Нормально. Но я бывает еще голый хожу, но ты все-таки пришла, я при тебе не буду голый ходить. Ну ладно. А, не, ну я могу, просто как-то немножко сковываюсь. А вот ты давно на Винчике сидишь? Я вообще временами... Запойные периоды, да, у тебя есть? Загульные? Ну, не совсем загульные, потому что
первый раз я посидела... Нет, я не сидела в Давинчике, я сидела, по-моему, в Паду, мне было 18 лет. И тогда я познакомилась со своим бывшим парнем. Вот. Потом, спустя, когда я уже с ним рассталась, вот... А что расстались? Ну, он просто это... Козёл? Ну, неплохой человек, ну, плохой человек, короче, нехороший, нехороший. Ну, короче, дай бог ему здоровья. Дай бог здоровья. Дай бог здоровья, удачи, вот, ну, просто, ну, не получилось. Ну, ладно, он изменил тебе? Нет, он меня просто обманул. На деньги? Ну, да. Много? Ну, на тот момент, когда я работала, да. Сколько? Какая это была сумма? 50 тысяч рублей. Нихуя себе, а что ты ему купила, блядь, компьютер? Нет, я ему отдала свой компьютер. За 50 тысяч рублей? Нет, 50 тысяч, ну, я ему давала. Ну, короче, он курсант. Ага. Там был. Не Валера зовут? Нет, у него более мерзкое имя, чем Валера. Какое? Зачем тебе это? Просто интересно, какое. Не знаю, мне просто бесит имя Сережа. Сережа, Сережа, крепкая жопа, кривая рожа, да? Ну, в общем, короче, мы с ним повстречались, а на самом деле начала с ним встречаться, потому что, короче, я была в полной уверенности, что я больше никому не понравлюсь никогда, и поэтому мне надо ухватиться за этот шанс. Так тебе было 17 лет? Ну, 18. Так твои лучшие годы, конечно, ты правильно думала. Это, ну, ладно. Вот, ну, в общем, короче, мы с ним там поругались, расстались, я возвращаю свой компьютер и понимаю, что он... встречаясь со мной, разводил еще других девушек на деньги. Я тогда думаю, блин, чувак, ты просто, да. Ну, какашка, да, вот плохой человек просто, да, и все. Ну, ты забила дверь, не стала ничего упрашивать у него, да, и просто ушла. Зачем? Зачем мне унижаться из-за этого? Ну, как бы, конечно, немножко обидненько, ну, немножко. Ну, а что деньги потеряла. Из-за своей глупости, кстати. Вот, а так, это все... Это все фигня, это все мелочи жизни. Потом... Ну 50 тысяч, извини меня, не мелочи. Я еще заработаю. Ну правильно, правильно. Я правильно. Вот если стану богатой тетей, я хочу... Сверху, снизу? Сбоку. Я хочу Audi A4. О-о-о, это а какого года? У меня была такая... У меня была такая 12-го года. Кто? Откройте. Это кто? Здравствуйте. Артур Пирожков. Это ХБ, не бежать, это ХБ. Это Батруха. Ставит Рева. Мужу Рожков. Рева, Александр. Это Гарик. Гарик, отлично. Как много красивых. Ватсон. Гарик. И... А этого как звать? Моцарт. Музыку на Моцарт. Моцарт. Ватсон. ХБ. Ватсон. Здесь что-то было. Послушайте вы. О, Гарик. 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 Ватсон. ХБ, ХБ. Чувствуете, пахнет делом. Гарик. Да. Лево. Как вы думаете, Ватсон, что здесь произошло? Здесь погибла собака. Ватсон, вы идиот. Что здесь произошло? Ватсон, вы видите следы? Я ничего не вижу, Шерлок. Ножка, ну, 36-го размера. Я вижу только свою красоту. 15 детей пропало в этом помещении. Дикая собака, Баскервилле, сбежала с цепи, Ватсон. Да что вы говорите? Ваши догадки, ваши догадки. Кто виновен? Кошка. А! Кошка. Кошка, Гарик, кошка. Ватсон, вы идиот. Виновен. Я. Ватсон, вы идиот. Я Мариарти. Точно виновен некрасивый человек. Блять! Мой злейший враг! Да, да, Гарик, да. Что? Вот мы и встретились, Мариарти! О-о-о. Кто украл некрасивую собаку? Ну, блядь, я не знаю. Сука. Вы меня как пресса поверьте! Но я знаю! В финале меня ждет мой... Гарик, ну, можно и там... Профессор Мариарти. Моцарт, драму! Ватсон, вы что-нибудь видите? Где собака, Шерлок? Собака. Дикая псина, Ватсон. Ну! Да что, Шерлок? Даю подсказку, Гарик. Пахнет-то собакой.
Ватсон, нюхайте! Ватсон! Я нашел собаку! Ну уж вы тоже кабелина, Гарик. Гарик, ну. Блять! Я знал, что совсем стоишь ты. Какой нахуй, Гарик? Я могу найти. Это Шерлок. Ватсон! Вы идиот, Ватсон! Вот с таким напарником мне приходится. А! Дела делать! Так-то Мазерати там, Мазерати, Моцарт, Моцарелла. Я присяду! Артур! Артур, приятно, приятно, Артур. А, в общем-то, Гарик, тут там точно ничего нет. Тут собака-парк где-то в этом районе, тут и ищите, ну чего? Гарик. А, можно поисковую? Обувь! 36 размера. Следы ведут сюда, потому что у нее 36 размер, блядь. Как ты понял? Я спрятал ее ножки. Глазами понял, блядь. Ты думаешь, я дурак? А? А? Показывай нам эту некрасивую собаку. А, тут надо тут без 50 грамм не обойтись. А, теща моя. Блядь. Теща. Мариарти! Вот ты и попался, а? Не стреляй в красивых людей, стреляй не в красивых! Дорогуша! Но жизнь такова! Мне придется ликвидировать тебя! Не трогай мою собаку! Не трогай! Та, Мариарти! Та! 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 Не трогай мою собаку! Стой! Шерлок! Я не успеваю под ваше настроение подстраиваться. То он убирает, блядь, Моцарт, то он давай, падает, блядь. Блядь, твои ебала, блядь, заново. Я тебе 5000 заплатил, можешь хотя бы... Я не успеваю, ты то рыгаешь, ты кричишь, то падаешь, у меня пальцы не успевают. Ты стреляй должен был 10 минут. Да реально, блядь, я не успеваю подстроиться под музыку. Никакой не получится, блядь. А ты можешь... Ты сам говорил, что будет все легко, всего лишь сыграть, 5000 заплатишь, давай деньги. Вот, пиздец. Могу я медленно стрелять, а ты звук стрельбы сделать? Давай, пиздец тебе. 3, 4. Еще раз. Побыстрее. Давай, деньги нахуй, Андрей. Чинес. Еще одну. Привет. Леха, Медь. Настя. Здорово, брат. Опа, ты нормально. Ну, не часто, да? Да, брат. А! Блин, нихуя, ебать. Все, мы сняли сценку. Да. Супер. Ты камеру забыл поставить, брат. Зачем? А, мы просто репетируем. Да. Ну давайте по новой, все хуйня, Миша. Ладно, да, у меня руки остыли, так нормально, готов все раз. Фу, ебать его в рот. Что, с ним? Че, нашу с бухгалтером? Давайте. Гарик, Я слышу, что... Я, блядь, все получил. Все вопросы к нашему финансовому директору. 6 корпоративов, Баттер, а денег нет. Как? У меня они есть. Я не виноват, Гарик.
Не дай бог, я узнаю, что ты мою зарплату увел. Зина, ты наш бухгалтер, скажи, он взял мою зарплату или нет? Нет. А, Зина! Тебе не пришло просто. Как так? Деньги были, и денег нет, Паттер. Я без понятия. Наверное, нужно позвонить кому-нибудь. Второй этаж есть. Менеджер может быть твой. Этот Генка, урод, блядь. Позвони ему, я не виноват. Алло, Гена! Алло, алло, да, да, да. Ген! А, алло. Ты готов, ебаный? А, что, почему? Ты мои деньги взял. Ну, просто, я за дебет кредитами сошелся, я что-то не знаю. Я, Гена, я еду. Я же, ну, не надо ко мне Гена, ехать. Я не надо, не надо ко мне ехать. Заводи! Почему? Алло. Заводи. Блядь! Мне пиздец. Гарри, ну садись, уже прогрелась! Я не брал его деньги. Я не брал его. Зина, падай назад! Зина, падай назад, говорю! Назад не падай! Сейчас что, праворульник, а? Так точно, съебать! Поехали, Паттер! Гена, нормально там? Гена, Гена! Дверь закрой! Да, 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 слушай! Пиздец, Гена! Не надо, не надо, не надо! А! Сина, тебе удобно! А! Аккуратней! А, медведь! А! А! Медведь! А! А! Объехал, объехал! Я нажму, я нажимаю, блядь! Пятая, пятая! О, Генка! Пятая! Пятая! Ты куда? Гена, так, подожди. Гена, прошли через. Да, блядь, я не успеваю опять. Вот ебал, ты вообще ничего не можешь нам. Да, блядь, ну не могу, не успеваю. Помедленнее чуть-чуть. А ты видишь мою паузу, блядь? Ладно. Мама, забери отчима. Гена, Гена. Так, 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 так. Гарри говорит, как вы прошли через секретаря, во-первых, во-вторых, ты что такое сделал? Секретарь с нами, Зина. Она приехала. Да, вместе с ним моим. Да, ты Зин. Она призналась. Зин, я не брал, я переправлялся, сказал, что ты машина. Мне ничего не приходило, мне приходило только за меня, на него не приходило. Это Зина, я тебе сказал привезти ему, почему ты не привела ему? Почему его, если ты не будешь привезти? Я точно ничего не привезла. Он видел. Шесть крыльев. Он видел, у него два глаза посмотри, два глаза у человека, один и второй. Один косит, блядь. Гена, ты видишь меня? Да, 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 да. Ты меня наебаешь. Шоколадный. А? Зин. Шоколадный она не направляла. Гена. У нас дебет кредитов, ты что? Я работаю, блядь, за еду, потом пришла. Ну, я не знаю, вот. А! А вот друг. Молодые люди, я включил платное ожидание. Мы можем ехать? Таксист, подожди! Я тебе сверху начистил! Отпаркуйся! Гена! Деньги! Хорошо, секунду. Алло. Алло, ты меня набрал, идиот! Извини сейчас. Алло. Алло. Улун? Алло. Там машина стоит. Забери два колеса с нее. Это мои, эти потом отдам. Ладно. Гена, где налик? 55 тысяч. Парни, к детям надо. Деньги взяли, деньги, как обычно. Таксист, подожди. Что? Отправлено было? Ой, Зина отправила в Батрухе. Зина, признайся. О! Ну вот ты попался. О, колес нет. С ним... Перекус таксиста чек, лапша, говядина, Милки Вэй. Гена! 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 Копье кидаю, Гена! Не надо! Да. Ой, не надо копье, что делать? Да! Да! Бля! Возьми пику! О, Гена! По-хорошему деньги мне отдашь, а? Не надо меня злить, Гена. Зина. Алло, Гена. Пиши в ГИБДД. Алло. Гена, что там происходит? Я не понимаю, какие деньги он требует? Он ебанутый. Алло, таксист? Да. Алло, да. Алло, подожди меня. Хорошо. Я сейчас заберу. Алло, Моцарт? Алло, да. Драму я сейчас буду у своего директора мучить. 3, 4. Га, Гена. Ну все, намучились. Придурки, дышать нечем реально уже. Ну что, пройдем в актерское все? Как считаешь, у нас сегодня, точнее, сегодня у нас репетиция, а через месяц мы поступаем в ГИТИС. Как считаешь? Вы все вместе? Да, мы хотим всем, вот, всем отрядом в ГИТИС поступать на актерское. Но я на эстрадный вокал, а не на обычное актерское. Блин, режиссеры. Про тебя могу сказать, ты просто бог. Прости. Я? Да. Спасибо. Вот так выглядит бог. Да, это я, знакомься.
Будда! Бог монголов я. Оуджи. Оуджи. Вставай, брат. Ты бежишь-то. Фу. А вы не старые, чтобы поступать? Да, ну, смотря с какого угла. Ну, блядь, с него сыпется, я еще молод. Ну, что скажешь? Не, прикольно. А пацаны смогут? Прикольно, я сейчас... Мне надо подумать. Надо, я считаю, надо проверить еще и... Стендап? Да. Да? Да. Ну, давай. Без подготовки, на импровизации. Давай теперь ты за фортепиано, я на велосипеде, а они вдвоем импровизируют. Я на фортепиано? Да, а я на велосипеде. Попытаюсь. Давай. Что за импровизация? Ну, камеди, что вы там хотели? У вас же еще одна есть. Страшилка! У вас же еще одна есть, да. С этим точно не пройдем. Ну, может быть, ты сука. Или ты нюхала хуй. Может быть, потом ты сучий хуй. Вот я поэтому говорю, что мы не пройдем с этим. Без матов. Руль сломал, блядь. Дед убьет нахуй. Тогда мы точно не пройдем. Блядь, что делать? Ну ведь стримы, пацаны, либо ютуб, я не знаю, что еще делать. Да какой нахуй ютуб, бля, там... Не, я сказал, мы пойдем в ГИТИС только все вместе, в на один курс. Надо смотреть ролики, играть в игры, да. Тоже мимо. Блять. Когда в UFC? UFC! Как грушу. Меня продать как грушу. Как я. Как тушу. Как тушу. Друзья, уёбки. Это из особенности. Где-то мне нужно черпать вдохновение. Да. Я предлагаю любовную драму отыграть. Можно. Садись обратно. А ты на велосипед? Ты туда. Импровизация. Любовный четвероугольник. Квадрат. Овал. Четвероугольник. Да. Пойдемте. Моцарт. Начинаю. Да. Ну все, я говорю, я не пройду. Заново. Уйди, уйди, я не смог. Вы что, ебанутые, это до сих пор смотрите? Было трое. Они все влюбились в одну женщину. Но они дружили и не знали, как быть. Первым к ней пришел Антон Брам. И решили поделиться. Если я тебе... Не нравлюсь, не нужен. Не надо мне яйца. Ты скажи. Нет, ты мне не нужен, блядь. Зачем мне вот это все с тобой, это, блядь? Тебе, блядь, нервы нахуй, блядь. Это все, блядь. Ты знаешь, что я к тебе чувствую. Зачем Антон? И тут пришел второй друг. Зина? Ты, мы с тобой с пятого ты клялся мне в дружбе, блядь! С пятого класса вместе, сучара ты ебан. И ты с моей женой, пока я! Парню, я люблю ее, блядь! Ты думаешь, у меня нет чувств? А мне что сделать? Что? Что мне сделать, скажи? Просто уйди, если любишь, отпусти! Но я люблю тебя! Это я же люблю тебя! Я люблю тебя! Пацаны, не надо кричать. Вы когда из себя надрываете, вам никто не поверит. И искренне. Я люблю тебя. Да, да, искренне. Как я люблю тебя. Происходит. Это моя мама. Ты приходишь. Свадьбу молитву. Почему? И ты называешь своим домом дом моих родителей. Ты предлагаешь мне дом. Но ты делаешь это без уважения. Луи, мальчик.
меня два папы. Теперь мама. Если вы решите эту проблему, что мне нужно сделать? Ты знаешь, куда нужно обратиться? Знаешь, мой маленький мальчик, за тебя я порву всех. Я знаю! Я сожру всех! Я знаю! Они меня насиловали! Назови мне имя! Вы, блядь, дебил, у нас любовная сценка была, импровизация этого. Блядь, дурки, блядь! Сука, два года репетируем, пацаны мы никогда не поступим, блядь. Я просто по волне плыву, как и есть, как а что-то. Ты зачем постраиваешься под него? Мы должны были добиваться и у вас одна девушка, любовь, Зина, ты друг друга любили. Любовь, к Зине или кому? У вас, ты понимаешь, у вас дилемма, любовь или дружба? Зин. Давай. Мне да. Эти игры, ну, блядь, реально неинтересны. Честно тебе скажу. Мне, блядь, 25 лет, да, как бы... Ребята, стоп, давайте, подождите, давайте, смотрите. Мама, папа, любовник, сын. Нет. Да, понятно, будет так, как сказано. Бурят, ёпта, нет. Папа, был папа этот... и папа, и одна женщина, три друга влюбились в одну женщину. Любовный четырехугольник, ты сам озвучил. Уже по пизде все пошло. Так нет. Точно, давайте отыграем то, что предложил Антон. Давайте снимем тогда с ней порнушку сейчас. Я не участвую. Я участвую. Тогда давай делитесь втроём. Пацаны! Пошла гейм овер. Гейм! Что за... Да всё. Да, да. Вась, что это подошло? Не было братского хлопка, не считалось. Ну что делаем? Давайте что-нибудь придумаем. Куда нам вообще подступить нужно? Бля, я вообще хочу... Какое ладно. Поступить? Мы сейчас снимем порнушечку быстренько и все. Втроем, да? Почему? У нас пятеро. Пятеро? Нет, он я не участвую. Я чисто на аккомпанементе. Ну, он... Я могу под музыку, всё, чтобы... Давайте. Брат, дай бит. Снимай ты, ёпта, будешь уже? Я уже устал. Я не встаю. Сразу. Но это другая проблема, уже не в музыке точно. Там с дивана не видно. А может, борделька имеет? Я, натуре, у нас же бабки еще имеются, платите просто. Вот нахуй нам за учебу платить, если можем спустить на тёлок сидеть. Я говорил, да, 400 тысяч в год. Не факт, что мы все потянем. Блин, Влад, зачем ты вообще просто девчонку позвал просто так, для чего? Если мы все равно в борделе. Не просто так. Не прас? Ожидайте. Ну давай, не, мы ждем. Вась, ты что туда встал? Что там? Смотри, аккуратно, сейчас нападет хищник. У меня просто брат, он хищник. Аккуратно. Ого! Ох, кто папа фрезеровщик? Драться научил. А, папа драться научил. Папа фрезеровщик. А, дай просто покурить. Фух, так что, блядь? Душ, бордели нет. Нет, бордели мы не поедем. Почему? Потому что есть свои сложности сейчас тоже. Такие как? Например? Какие сложности? Что не так? Зеленоглазое такси. Притормози, притормози. И отвези меня туда. Где будут рады мне всегда. 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 Ну ладно, пусть давай выгоним, расстанемся сами. Да, кстати, это наша хата съебали. Давайте, идите, вы не поступаете. Все проваливаемся, заебали, душно уже. Идите. Фу, домой. Все, домой. Реально, уже все соседи уже распереживали, что мы тут уже там долго репетируем. Все, давайте. Ты говорил, что ты был. Что, что он говорил? Да ты упонять, пиздец, не знаю, как ты пришла. Почему я не могла полчаса к нему попасть? Потому что я слышала звуки. Звуки пух. Это были вы. Стандартный мужской пух. Девичий пух. Пух младенца.
Ну ладно, пойдем, Вася. Пук, нет, нет, это я просто упал. Да, скрипучу кушаю. На самом деле клиника, мы не объясним это никому. Это реально клиника, согласен. Ну да. Ну да. Это не весело. Это реально клиника. Так, ну пойдемте. Все, я ухожу домой. Ну, да не, хочешь, посиди. У нас пока что будет совещание, мы будем сейчас пока разбирать. Ладно, я пойду домой. Сбор пойдет. Я пытаюсь закрыть этот стул просто, блядь, что. У нас творческое совещание. Подожди. Творческое объединение шпана. Для Витиса очень слабый брать. Почему? Ну, очень слабый, почему? Если там хотя бы пол зала поверит, нам хотя бы два жюри, да, которые-нибудь. А так мы не поступим. У нас жанр комедия. Да, это, ну и вот, комедия в стиле, блядь... Я бы сказал, что у нас жанр все-таки клиника, да? Пацаны. Монти-пайпер. Жанр клиника у нас, а не комедия. Да, он как раз хэллоуин. Mm-hmm. Поэтому, ну, нужно что-то другое репетировать. Значит? Еще одна? Пиздец уже. Я уже не могу, я испортил. Да. Попроще. Пацаны, я еще раз говорю, особенно Валера и Бран, не надо себя надрывать, ёпта, вас, ну как бы я вас слышу, или вас тоже услышу. Нахуй вы орете так сильно? И отвези меня туда. О, ай, блядь, кипяток. О-о-о. Ты что, ворвуешь? Да, мы будем. Привет. Я думаю, уже, блядь, все, хватит. Я точно, просто наскатался, я устал. Мне просто нужен человеческий, грубо говоря, покой. Я не могу это выдерживать. Я, блядь, 15 лет играл в собаку-поводыря. Собаку-поводыря? Ладно. Может, секс? Ну, так, да, чисто, на 15 минут мне больше хватит. Нет? Ну, пожалуйста, на один раз. Пока не там. Ты писаешь, они там сидят. Что-то там было, они устанавливают. Пауз! Круто. Дай тебе. Секс? Нет. Ну, тогда обратно. Антон. Настя. Ну, что, а мне про тебя рассказывали, что ты слевал. Я был? Кто? Я был? Кто ты был? Ты был там, а я здесь. Нет, так он мне про тебя рассказывал, что ты был. Где я была? Ты сказала. Я не была. Ты сказала, я был где-то в среде. Я не была. Нет, я не знаю. Я по средам. А я по вторникам. Понятно. Ну ладно. Садись. Сейчас. Окей. Фу, устал вообще. Фух, конечно, да. Вы всю жизнь дружите? С ними? Да. Я их первый раз вижу. Ладно, а если нормально? Ну. Чё? Ну так. Ну что там? Там телефон. Там перекол что-то. Ты уходишь к тебе. Там перекол что-то. Подружка пишет. Что пишет? На воздухе. Что такое на воздухе? Воздух. Воздух, воздух, земля, воздух. Да. Огонь, вода. Да, конечно, пиздец. Это твой снюс? Можно кинуть? Да, конечно. Пиздец, ты вториков тут наставлял. Я вторяк твой кинул? Да, конечно. Спасибо. О, сейчас как закинусь, ебанешься просто, смотри. О, все. Все, не трогайте меня. Блин, я в школе учился, то, что делала. Да? Ты не блевать не ходила после этого? Нет, мой одноклассник блевал. Пиздец. У меня то же самое было. Я, короче, пришел один раз в этот, ну, в кафешку сидеть. Я не имею снизу дать попробовать. Мне было лет 15. Я пиздец заблевал все там, нахуй. Ну, а сейчас привык. Нормально. Угу. Очень. У нас как-то коннект складывается. Может быть, все-таки камни. А как, бля, как вообще затащить девушку в постель? Я просто не знаю. Ну, не такими способами не говорить, пошли ебаться. Почему? Говорить все открыто, а как, ну, сказать, где, пошли на пенец? Нет, она тебе откажет. Она это кто, твоя подруга? Девушка.
какая-нибудь такая. Ладно, забыли. Теория. Да, я забыла все. Поехали ко мне читать мантру. Смотреть дорамы. Вот звучит лучше. Можем ко мне съездить смотреть дорамы и поесть винограда. Потом жестко, ну. Вырвалась, прости, пожалуйста, это снюс. Сколько тебе лет? Мне 25. А тебе? 15. Да. Я что про школу рассказывала. Это вчера было. Ой, сегодня. Сегодня 1 сентября, кстати. Влад! Влад, вызывай ПДН, здесь девушка употребляет снюс, 15 лет. Ей 15, она съела снюс. Добрый вечер, старший сержант офицеров. Что сделаем здесь? Кидаете снюс, мне послышалось? Так точно, она сказала ей 15, и она вкинула вот этот снюс. Это противозаконно. Готовы отработать на месте? Давайте по-другому поговорим. Без проблем. Давай, давай, показывай ей. Это вот... О! Здравствуйте. Старший офицер офицеров. Притулмачи, да? Здравствуйте, генерал. Я не показывал! Не, не показывал ничего. Детские площадки. Ничего не показывал, ничего не показывал. Какие детские? Ориентировочка пришла на молодого человека. Такая. Та самая. Посмотрите, это вы? Не, ни в коем случае. Как нет? А вы кто? Вы же гражданский. Под прикрытием. Почему под вас... прикрытием! Слышали о таком? Сейчас от... Прикрытие не вижу, почему вы без штанов? Молодой человек, мы с вами по-хорошему или по-плохому? Товарищ офицер, старший главный командующий, я даже не знаю, как зайти сейчас. Давайте, может быть, я там... Вещички собирайте, поедем. Договоримся. Поедем. Договоримся, поедем. Давайте договоримся, что вы сразу у нас... Поедем, ну, поедем. В какое отделение? Ну, попрошу. Да, раньше надо было. Как раньше думать? А мы не думали. Мы просто решили. Вот будет время подумать. 8 лет. Ну я просто хотел ей в рот дать. Ты что такое говоришь? Скитлс! Вот и все, мусор. Не прошла твоя дорожка. У меня в кармане скитлсы, правда? Запись есть. Скитлс. Понюхайте. Запись фиксирована. Понюхайте, чем пахнет. Что вы? Нихуёчки, да без эхо. Вот. Дурачка нашли, что ли? Да? И у нас еще есть? Да. Там подковыряться надо. Давайте, ребят, без дурачества этих. Вещички собирайте, поедем. Или мне... Я пойду в тюрьму? Пахнет мне Николай зовут, ладно? Николай! Коля! Николай! Коль! Коля, иди сюда! Николай, покуй! Коля, подойди сюда ко мне! Покуйте, эти двух поедем. А вон? А вот этих балбесов. Бегают по детским площадкам. Коля! Внучок, что это вот происходит? Всё. Я только решил. Идиоты, проиграли. Он дороги чинит. Это твои друзья! Оранжевый хит сезона, заткнись, блядь. Сколько дороги? Покуй их и поехали. Это ли офицер, кто это такой? Рельсы сложим просто и все. Че? Это рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, да? Это твоя песня? Асфальтоукладчик? Кого он должен упаковать? Я твоего рта укладчик. Я твой хуй ртом ебал. Я знаю. Ура! Придурки. Все, ладно. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Или поезд опоздал. И тут с последнего вагона вдруг посыпался горох. А он его убирает. Пришли гуры. Брама, поклевали. Поклевали. Офицер генералиссимус, я просто показал ей писю, ну все. Договоримся на месте. Она сама попросила, правда же? Я тебе сразу сказала, что они тянут нас вниз. Нам надо было вдвоем поступать. Как тебя зовут? Ван Джи Вун Циндур. Читас. Очень приятно. Это я, Читас. Это сокращенно. Да? Значит, я Мамура. Ты пошел нахуй. Вы рта укладчик. Алексей Петрович кто? Это я. Я Алексей Петрович. Ладно, ну как не слышишь? А я кто? А я тут никто, пойду я, наверное, да, ребят, чай. Меня снизу ебал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, конечно. О чем думаешь? Надо отдохнуть. С кем-то, да? Ну, просто отдохнуть. Одиноко, понимаешь? Валя, может ко мне? А что мы будем делать? Что-нибудь придумаем?
хоть чтобы дораму посмотреть. И винограда поесть. Не, не память посмотрю. Это про что? Про любовь. Это не дорама. Смотрел? Не, не памяти. Да. Он 2006 года вроде? Вроде. Я ебал, меня сосали. Грустно это все, друзья. Грустно. Знаешь, что я понял? Не пойду я в актерский никакой нахуй. Пойду инженером работать. В пизду. А мне хочется, знаешь, что родину защищать. Чувствую я, что я не здесь. Мое место там. Mm. Завтра доливаю. Виктор Кузьмин. И поеду инженером. Заебало это все. Эти постоянные, блядь, россказни про то, что ты актер, ты сможешь, у тебя все получится. Ай. Даже если наш единственный зритель ебаный, сказал, что нет. Старые мы уже. Да, мам. Алло, мам. Угу. Пошел я нахуй. Да, я скоро приду. Как познакомилась вообще с ним? Спроси у него. Настя же, правильно? Он меня не хочет ебать. Кто? Да? Ну, решай с ним сама, я бы тоже не хотел. Ладно. Короче... Ты, Паша, поехала? Да. Я вызываю такси, поеду там. Ну а что нам делать? Ну, раз так, то, ну, конечно, а что? Ладно, на самом деле, ладно, без шуток. Угу. Ладно, брат, свидимся. А Вера? Давай, свидимся. Настя, позвони. Конечно, я же знаю. Записывай. Я запомню. 8-800-5553-535. Пора вообще мамуле позвонить, чем кого-то занимать. Так. Влад тебя на улице ждет, кстати. Не знаю, что он хочет. Я так понимаю. Пока. Пока-пока. Ой, даже открою дверь. Даже? А ты смышленый малый, ты мне нравишься. Блядь, на широкую, ну что за хуйня? Да? Нет, одну. Как одну? Ну, блядь, потому что я сразу закрыл, испугался. Пиздец, блядь. Ты нам, кстати, корзинки принесла. Да? Да. Сейчас едим, хуй. Это что такое, скажи? За свет. За свет. Пиздец, блядь. Пустая. Ух, да, конечно. Там еще одна есть. Еще одна. Что с ней делать, блядь? Короче, знаете что, оставьте мне ее сейчас. Угу. Если поработаю сейчас, можете отдыхать уже. А где? Блин, давайте мы тогда в кухне отдохнем. Я не хочу, блядь, в подъезде стоять. Хорошо, посидите на кухне. Так она, если пойдет проверять. Че, все-таки будет еще четвертая? Ну, она уже едет, через 9 минут будет. Пиздец. Стендап ебашься. Нет, стендап ебать. Вы столько раз на меня наплевали, нахуй, когда огнюрили. Пиздец. Умылся слезами, блядь, девственница. А что это такое? Ну, это... фонарь. Не знаю. Вот она, ебаная сука, блядь. Нихуя себе, вот такая малая. Вась, а где база? Ого! Где база? Оф эти стрим, все. Эй, нихуя себе. Эй! Где база? Я не знаю, брат. База, я тебе отдал, парни, сорян, она на меня. Да пожалуйста, ёпта. А чьи корзиночки? Это лут? Да. Ау. От кого? От Насти. Красотка. Вот Настя первая девчонка, которая самая прикольная была на самом деле. Молодец. Это ранее принесла. Последняя? Вот это она принесла. Она принесла? Да, да. Нет. Да. Ну, бля, я ее встречал. Я видел корзиночки до. Нет? Это она принесла. Молодец.
Молодец, молодец. Мы взяли корзиночки, блядь. Скинь ей. Лови! Лови аптечку. Да. Будь квас холодный. Короче, там тут тёлка с сиськами придет. Можно просто... Сиськи только на последнюю. Кваску хочется. Руку не протягивай. И отвези меня туда. Я тут летаю, что-то пиздец, мухи ебать. Я заебался даже мусор подбирать, слышишь? И... Свин. Ищи. Через сколько будет, Влад? Спасибо. Ну, он первый тянул, Валя. А? Через сколько будет? 8 минут. Я уже все, что мог, мы сделали. Уже пиздец. Сиськами, значит, лучше. Не факт. А вот теперь думайте. Угу. Че, блин, здесь не делать? У меня вообще уже... Мы сегодня так на ХБ шились. Ну, пиздец. Что-то, блядь. Не, на ситком, конечно, идеально прописывать, наверное, прав. Ну, именно, чтобы прям вот это смотрелось, как типа ситком. Ну, ХБ у нас нормально. ХБ мне понравилось. ХБ у нас нормально. Да. Отыграй лифчик, Влад. Я сейчас попробую, да. И что вы делать с ней будете? Ну, два варианта. Либо мы выключаем стрим и прикалываемся. Без стрима делаем приколы. Либо, не знаю. Да вон пацанам оставим, они же хотели сегодня отдыхать. Пацанам оставим, он поедет. Не надо никого оставлять, забирайте нахуй с собой. Я просто, она на моей фотографии, поэтому я могу подогреть, Валерка ее чпокин-чпокин сделает. Вопросов нет. Да? Да. Сможешь? Да, конечно. Можешь. Ну только ответ скажи, блядь, все, замену нахуй. Я выхожу, там пятерок даю. Давай. 11-й номер там это. Пусть он сразу ее встречает. Может, футбольные замены, типа? Да, да. Замена там это. И этот комментатор выйдет. На поле выходит. Уже орать нельзя. Не, было. Можно только, ну, если это требуется. На будущее, это как панч, можно всем футбольные футболки купить, эти, знаешь, с номерами разными. Месси. Кармасян. Можно реально комментатора какого-нибудь, да, чтобы он за кадром сидел, у меня есть там с озвучкой виртуальная сопля. Но это как гэг, это надо будет тоже потом. У нас просто последнее, что-то сейчас именно шутки такие, они типа без сетапа, просто панч. Мы от каши. Привет, ребят, Привет, ребята. Всем привет, рад видеть. Это вот мы с ребятами сидим. Сегодня у нас необычный стрим, он посвящен ТНТ и нашим кумирам Гарику Харламову и Тимуру Батрудинову. Еще был сегодня Александр Ева. Да. Вот пропустили вы сегодня, конечно, такие сценки умопомрачительные. Твои нет, твои нет. Скорее всего. Спасибо за фоллоу, спасибо за фоллоу. Да, спасибо за фоллоу, ребят. Только начало? Ну нет, может, 2 часа стримим. Спасибо, привет. Ну, мы можем, блядь, когда-нибудь, я, не, вообще, я считаю, на следующей неделе надо делать ERL прикол, нормальный. Можно спрятаться. И что? Кому-то. Ну, погоди так, чтобы у меня шел сики, вот так. Автор клипа ХБ. Ну, мы ничего не понимаем, у нас колонок нет. ХБ. Весь стрим сижу, такой угар. С кринжом. Стрим останется? Да. А будет перезалив стрима? Зачем он здесь будет? Сейчас последняя будет? Да, сегодня сейчас последняя. Ну, у нас сегодня вот так вот. Мы захотели попробовать себя в ситкоме, но поняли, есть где-то моменты такие. Сценарий не один. Ну, бля, не то, что сценарий. Это все равно не хватает про этих прописанных шуток. Ну да. Да. Гоу, шоу с Кашей и с кем-то еще. О, можно, блядь. А можно с Бустер, вот Каша, Бустер, Вилон, Кореш, Илон Маск, Кореш, Конор Макгрегор. Джонни, да, поможет. Джонни, ну, нет, уже больше. Джонни Синс. Джеки Чан. Джонни Синс тоже не особо популярный. Джеки Чан. Да, Джеки Чан, да, уже зачем, мне интересно. Я люблю Джеки Чан. Я, знаешь, что думал тут? Может быть, как-то вот собрать футбол, прям... 11 на 11 на большом поле с комментаторами. Так есть уже. И стримеров. А? Есть же медиалиги, где они играют. Медиалиги, да, но стримеров-то нет. Собрать две команды, поебашься с кем-то. Прикольно, а ты умеешь играть в футбол? Ну, плюс-минус. Финтрим. Давайте в баскет порубаемся. А ты куда свой баскет, ёпта? Возьми себе баскет 25. Сиди, прости, брат. Да не, все, заебись. Спасибо, Влад. Ты лучше. Чат охуел вообще, какое норма стрим? Это пиздец, что стрим? Да не, ну, просто обычный стрим, типа.
Не, бывало лучше, бывало и хуже. Ничего страшного. Мне просто, я говорю, прям супер неинтересно, блядь, было сейчас подрубать. 11 без говна. А не, ну можно просто 11 на 11 зарубиться на голых кулаках, блядь, со стримерами. С Ньюсоедом, да. В штанах баскет играй, хорош. Голова пока вместо мячика. Когда я РЛ стрим с Алблаком 52, за вопрос? Да вот когда в клип позовет сниматься, так сказать. Угу. Все, она приехала. Уходите. Я же буду разводить девочку на секс. Вот. Да. Да нет, какой на кухне, парень? Конечно, пройдет туда. Пиздец. Пройдет он туда. Нет, идите нахуй. Блядь, пацаны, давайте на балконе встанем. Тихо только. Парни, пошли. Я бы тоже хотел смотреть за сексом. Вот мы хотим подглядывать. У вас есть вот камера. Мы хотим подглядывать и дрочить, Влад. Вот у вас камера. Блядь, сидите опять. Да, блядь, через экран неинтересно. Идите нахуй. Жадина ебаная, блядь. Идите нахуй. Да, как красивая девушка пришла, все, сразу, блядь. На пацаны, валите, да. Я 4 года стримлю, это все мое, блядь. Жалко тёлку. Жаба ебаная. Вы только что ныли там, что вы хотите домой. Я напоминаю, как только сиськи увидели, сразу продай брата готовый, блядь, на сиськи, твари вы ебучие. Закрыл дверь, больше не... Закрыл дверь. И не смотри на меня даже, закрыл дверь, все. Да бунтую, да это сейчас, да, бля, потушить нахуй. Сидели, плакались там, блядь, что все, устали они сегодня ХБ делать, блядь. Как сиськи увидели, сразу, блядь, подорвались, блядь. Да. Плюс конфликт. Что? Это можно как этот инфоповод уже захуярить? Может, приоденешься или харизму чисто возьмешь? Ты думаешь... Ты думаешь, я плохо выгляжу? Ты не понимаешь. Не важно, как ты одет. Тут еще квартира прям, ну, Советский Союз. До него даже построена. Шлюшка? Я? Фоме снилось, что ты хотел меня выебать. Извинись, пожалуйста. Не буду. Может быть, и правда. Хотел что? О, приехал, и правда. Надеюсь, она сразу найдет. Бля, я бы тебя трахнул, Мав. Угу. На телефоне. На звонке. И тут да. И тут забанили. Ну, с ним надо было давно прощаться, там уже был такой себе канал. Это мы сегодня еще автозагаром поверим сейчас. Ищет? Нет, меня не прям к нему привезли. Блин, ну... Нет, меня не прям к нему привезли. Ну, парни зря рассчитывают на что-то. Тут такая прям пиздец. Мадемуазель. Ну ладно, похуй. О! Вот, а вот и секс приехал. Сейчас я вам покажу, как быстро договориться с девушкой на обмен опытом или ДНК. Это несложно. Правда, очень быстро. Штанишки и правда суперские. Немножко промахнулась, да? Ну ладно, я не приходи.
Я бы сейчас 38-ю. А, бля, это был бы пиздец. А мы, бля, и не знали, нас. Я не смотрю там. А, там где? Это как бы. Ну, наверное, он типа просто рядышком идет. Да. Ты, а как там она позвонит в одну, а потом такая потерь в другую? И может я просто типа, ну, типа, смешала тройку и восьмую. У тебя, да, у тебя есть какая-то, видимо, интересная особенность в организме. Получается, что да. Долго ты, конечно, ехала. Экстравагантный мужчина. Я в домашнем, да. Что там потеряла? Помочь? Нет, спасибо. Да, я вот эту дудку не взяла. Ты дудку не взяла? Да. У меня снюс есть. Хочешь снюс? Да, хочу. Какой? Сибирь. Это что-то химозное? Нет, наоборот, табачное. Но мне нравится Оденс и корпус. Если да. Это что-то похоже, то давай. Это одно и то же. Это даже покруче, это подороже и поприкольней. Помылась. О, нихуя, мне повезло сегодня. Да. Так, на, вот свежий. Такой тебе нравится, да? Да, такой. Заебись, прям вылак. О, классная татуировка у тебя. Да, она не одна. А ты что такой дядя высокий? Не знаю. Сначала... Дядя, я говорю, высокий, он на что вы свой смотрит? Не, я на хуй посмотрел, думал, не стоит ли, а то ты, бля, пришла, у меня на жопу сразу пристал немножко. Хорош, да, хорош. Я сначала, ну, генетика, малыш. Папа большой, мама большой, пенис большой. Мама большой. Бля, я сейчас так охуела, пиздец. От чего? Нет, тебя. Но тебя тоже от большого такого. Да, короче, типа, он меня собирает. Так. Нихуя себе. Бам, блядь, бам, нахуй. Второй сюда, блядь, бам, нахуй. Третий, бам. Подруга пишет, куда ты пошла, заебала потеряшка. А я напиши, а да, я запишу, она на блядках. Да я уже так сказала. Ну она ничего. А так зачем она спрашивает, что за... Ну у нее муж и ребенок, ей какая разница. Так она и завидует, ёпта. Да. Короче, он меня собирает. Ну? И такой типа, ему приходит заказ. Я думала, типа, ну, прилетает просто, блядь. Ну звук же есть там по таксишке? Я такая, ну ладно, блядь, ну может. Тихоня, сбой системы. Он такой, он говорит, у вас попутчик. Я так, ну, я мимо ушей пропустила, потом такая. Какой попутчик? Ну, вот просто говорит, у вас, говорит, попутчик. Я мимо ушей пропустила. Я говорю, в смысле попутчик? Он, блядь, своего друга подбросил? Короче, ты через Яндекс заказывал? Да. Там, видимо, стоит какая-то функция, я хуй знаю. Я просто Яндексом не пользуюсь, я Убером пользуюсь. Вот, и там, видимо, функция какая-то стоит, типа... с попутчиком. Это в случае, если нет машин и никто не может уехать. Ага. Либо там, допустим, так у тебя, может быть, раньше стояло, может быть, да? И ты просто забыл брать. Ну, не суть, короче, вот. Как бы мне похуй. Мне похуй. Меня довезли, все, это главное. Ну, самое. Так кто подсел к тебе? Мужчина, женщина? Да, мужик. Мужик? Блин, он же пиздец. Подкатывал к тебе? Прикинь, блядь. Что там, хуя себе, малышка, трогал тебя за ножку? Не, он перед всем. Ну, общался, да? Да, он, короче, такой, типа, я сначала в наушниках не включала музыку, потому что думаю, блядь, ну сейчас хуй знает, то сядет. Чего вытворять точно, да? Я сидела, ну, смотрела, такая, слушала его, они там что-то пиздели, блядь, сводила между собой туда-сюда, короче. И он такой, а ты что, в Мурино живешь? А, они, мы, короче, начали говорить вот эту ситуацию, что, типа, путчиком я первый раз, а он типа пошарил уже. Он такой, а что, говорит, ты первый раз? Я говорю, да, типа, так с ней я вызывала. Он такой, а, понятно. Он такой, типа, а что, ты в Мурино живешь? Я говорю, да. Ну я вот тоже тут 5 лет жил. Думаю, ебать, интересная информация, нахуя она мне? Типа, зачем? А сколько мужику лет по внешнему виду? Ну, может, 30-ка. Ага. Ну, хуй знает. Он там с айфончиком, бля, с часиками этими Apple. Ну, короче, барышка, наверное, какой-нибудь. Вот это толкает, короче, по ага. Зато я взяла с собой капли. Нос заложен. Нет, я имею в виду мышцы, чтобы меня не видно. Так нет. Жаль, так хотелось. Ладно, если мы говорим, мифедроничество было килограмм 10 похудеть, наверное. Надо. Не надо начинать. Мифедрон или худеть? Ну и то, и другое, зачем? Ой, блядь, комплименты сразу тогда пошли. Короче, рассказываю. Он такой, типа, ты живешь? Я говорю, да, здесь. Начал мне втирать то, что он там 5 лет живет. Хоть вот я на Воронцовском жил, там 9 минут, типа,
До метро. Я сижу, думаю, что ты пиздишь. Воронцовский бульвар. Да. Ну там рядом с метро Девяткино. Да нихуя это не рядом. Ну там чуть-чуть пройти. Да нихуя не чуть-чуть. Ну через поле два локтя, блин. Ну вот. Я говорю, да не может быть такого. Я говорю, я на Шувалова живу, рядом с вещами. Я говорю, 20 минут до метро, иду, вы чего, прям, типа, угар, что ли? Но я к нему на воинка, я думаю, ох ты, блядь, пидорасина. Ну это грубо, если ты ему так не вплотную сказала. Нет. Ну ты не прямо ему. Нет, я ему так не сказала, я так подумала. Я так не говорила, конечно. Нет, я к нему на «вы», он ко мне на «ты», мне не понравилось. Ага. Типа, блядь, чел, ты меня не знаешь, зачем ты мне тыкаешь, чем ты на «ты» со мной? Вот, и он такой, типа, учишься, работаешь? Я говорю, работаю. Он такой, здравствуй, девочка. Я помолчала. Потом, короче, он что-то еще какую-то хуйню нес, я нужно что-то надела. Осуждаю! Осуждаю! Что делаешь? Проститутка. Ого, и почем-то. Денег не хватит. Ну правда, сколько часто. Да откуда я знаю, блядь, не работаю проституткой. Просто, хуя так уверенно говоришь, просто тебя уже, блядь, я вот этот сарказм не понимаю. Ну, а правда, кем работаешь? Маркетологом. Не проституткой. Жаль. Может, меня вешать было. Ну да. Ну, сколько там? По 6 тысяч можно, блядь, за час, блядь. Я хуй знаю. Так что делаешь маркетологом, короче? Ты именно посты там пишешь, блядь, или рекламу находишь? Что ты делаешь? Посты, рекламу. Да, блядь, на самом деле, вообще, изначально, я устраивалась просто продавцом, блядь. Просто продавцом, лайтово, чтобы меня не доебывало никто, ну, не доебывало людей, естественно. А потом, короче, что-то все начали выебываться, все начали уходить с работы, и мне, короче, Игорян, начальник мой, вкидывает, давай, говорит, ты будешь так-то делать, а я, говорит, это доплачу. Я думаю, охуеть, неужели? Я и так это все это делала, только ты мне за это не доплачивал. Я говорю, окей, давай. И, короче, вот у меня сейчас на мне Инстаграм, посты, сторис, ВКонтакт, посты, сторис, потом ответка вся всем в директ. Плюс ко всему, блядь, постоянные звонки. Слава богу, сейчас уже нет. Девчонка с отпуска вернулась, звонки теперь на ней. Вот, звонки были еще, плюс к этому ко всему я сижу в магазине, блядь, толкаю обувь, меня заебывают люди и там, и сям, и я такая, блядь, а что там обувь, там Nike, там Adidas? Ну, что ты, а где ты работаешь, обувь продаешь? Ты Гена Букин, ебать, блядь, кроссовки. Я так всем говорю, что я Гена Букин работаю. Даже нет, смотрите, есть у тебя, а не надо есть. Да, пищу про тебя, тебе промокло? Да. У меня еще в туалете влажная есть салфетка. Да, у меня твоя влажная. Ну, чтобы не знаю, как бы. Лучше воды мне дай. Есть квас. А вода? Вода есть тоже. Вот воды дай, пожалуйста. Что у тебя везде свет горит? Меня нет, что ли? Да нет. Не зеленая? Нет. Кислая. Сладенькая? Кислая, да. И сладенькая. Ты туда насал? Ты спалила уже? Ну да. Чуть-чуть немножко. Что ты чем занимаешься? Сейчас. Сейчас наша книжка помашка. Ты что? Ты же маркетолог. Нет, я инфлюенсер. А вы русский? Я не настолько умен, сколько ты думаешь. Ну, это с битком связано. О, бля. Ну, ты знаешь криптовалюту? Ну, я поняла, о чем. Ну, нихуя так. Если ты позвал меня, чтобы втянуть в эту тему, я не хочу. В криптовалюту? Да. Нет. Давай порнуху снимем. Нахуй пошел. Грубо. А может быть ты? Я схожу, успею, не переживай. Какая твоя любимая поза секса? Ты проверяешь, свободно ли я об этом разговариваю? Ну, насколько ты раскрепощена сейчас? Ну, мне на днях пришел вибратор, он оказался сломанный, я расстроилась. Напополам? А что с ним так? Я его включила, короче. Он там поработал, ну типа просто проверяла. Не пробовала. Даже не успела. Проверяла.